Все отраслевые институты, так или иначе связанные с микробиологией, с растениеводством, очень активно и очень плотно работают в области органического земледелия, благо нормативно-правовая база республики в этой части совершенствуется, у нас закон есть целый об органическом земледелии, производстве органической продукции. И как нельзя кстати, стала та научно-исследовательская база, которая была в советских времен наработана в республике по производству биопрепаратов для защиты растений и биоудобрений. Почему вообще возникла тема биопрепаратов? Потому что накопление пестицидов на сегодняшний день и уровень применения пестицидов на сегодняшний день достигает таких огромных величин накопления всего этого в окружающей среде, что просто, ну, можно сказать, скоро достигнет какой-то критической ситуации, и ну, невозможно будет дальше эксплуатировать химическую промышленность в том же режиме, в котором мы это делаем до сих пор. Поэтому и развиваются идеи органического земледелия, и развиваются идеи защиты растений с помощью биопрепаратов. Насколько это эффективно, насколько это безопасно, как это сделать эффективно, мы сейчас с вами и поговорим, делая такой хороший крен в сторону непосредственно практического применения всего этого на участке, ну вот чтобы оно было эффективно. Какие вообще биопрепараты бывают, когда мы говорим о биопрепаратах? Это не только препараты с каким-то живым началом. Это еще и химически синтезированные вещества, такие как янтарная кислота, гуматы. Это могут быть производные каких-то природных ископаемых, например, торфа или бурого угля. Если говорить о российских гуматах, если говорить о белорусских гуматах, то это, они все у нас производятся из торфа, что, в общем, конечно, гораздо экологичнее, гораздо эффективнее с точки зрения растениеводства. Ну, бурые угли тоже используются. Различные химически синтезированные гормоны. Это все биологические препараты. Почему? Потому что они являются естественными компонентами живой природы или биосферы, ну, гуматы те же, да. Но просто вместо того, чтобы извлекать янтарную кислоту или еще что-то, гормоны какие-то растений из живых организмов, их просто химики научились синтезировать. А так, в общем, ничего чужеродного, такого, чего бы не встречалось в природе, среди них нет. Мы просто используем в нужное время эти препараты в нужных концентрациях и добиваемся определенных результатов. Конечно, те же гормоны можно добыть и самостоятельно в домашних условиях. Существует достаточно много исследований, практических наработок в части, какие растения, например, можно проращивать, в какой стадии измельчать эти проростки, отжимать от них сок, делать какие-то экстракты, и они будут просто ну, вот, наполнены этими самыми гормонами. Конечно, в производстве это использовать никто не станет, потому что их надо стандартизировать, должна быть определенная концентрация. Если вы дома на блендере, там, например, семена проростки ячменя там, прокрутили, да, отжали, замачиваете томаты там или обрабатываете корневые системы, оно не стандартизировано, производство с таким не работает. Но в домашних условиях зачастую также это можно такие вот вещи использовать. Биосинтезированные вещества. Это такие биопрепараты, когда живые организмы что-то синтезируют, а потом это что-то выделяется оттуда, очищается, стандартизируется и готовится в виде биопрепарата. Ну, типичный пример авермектин. Это вещества, которые синтезируются бактериями класса актиномицетов, почвенными бактериями, естественными обитателями почв. Просто они синтезируются, очищаются и готовятся в виде биопрепаратов. Я на днях снимал ролик, в том числе об авермектинах. Думаю, он скоро на канале про цветов выйдет. Как отличить настоящие авермектины от ненастоящих. Да, как всегда, по запаху да, это можно сделать. Вот, то есть надо, прежде чем использовать, их надо все-таки понюхать. Очень много информации, вы сами на канале наверняка видели, что огромное количество, говорят, все жалуются, поддельные препараты, ненастоящие препараты. Я сам сталкивался, поверьте, очень много раз. Не только в биочасти. Я на Комаровке покупал отели, чтобы отравить паутинного клеща, такой бронебойный. Фосфорорганическое такое соединение страшное, вонючее, но уже просто деваться некуда, был развелся этот клещ, и надо было с ним что-то делать. И я открыл ампулу, а запаха нет. То есть он вообще не пахнет.
Ну, я, правда, все равно разбавил и покровил. Вы знаете, клещ помер. Но запаха у препарата никакого не было. При том, что Актелик у нас исключен из перечня разрешенных препаратов, поскольку он высокотоксичен. Вот, его сейчас не используют в личных подсобных хозяйствах. Вот. Но мне на самом деле было не радостно от того, что он не вонял. Потому что раз он помер, этот клещ, то неизвестно, что они туда плеснули. Понимаете, может быть что-то лучше, чем Актелик, а может быть что-то и страшнее. Поскольку я все это делал в закрытом помещении, вот, на комнатных растениях этот клещ, как-то упустил я его, он развелся. Собственно, даже это была история, когда я из Кении привез Далихос. Это такая на фасоль похожее растение, вьющееся. И решил его в феврале месяце посеять, ткнуть в горшки цветочные, ну и ниточки протянул. И он, такие листья огромные, все очень красиво. Ну, конечно, никаких цветков не было, но вот на нем сел клещ, вот страшно, и мне пришлось травить. Ну, клеща вытравил. Ну, это вот к вопросу о падении препаратов. У меня там какие-то этикеточки будут на слайдах этих препаратов. И хочу, так сказать, были замечания под видео. Хочу сразу сказать, что я как бы не рекламирую препараты, да, и не рекламирую какие-то бренды, что вот покупайте только такое, как у меня нарисовано, да. Я говорю о наименованиях препаратов, да, а в какой они упаковке находятся. То есть подделка это не подделка, оригинальная упаковка, не оригинальная упаковка. Я ничего про это здесь не говорю, да, что смотрите, чтобы там октябрина, апреля было написано вверху, или наоборот внизу, или там значочек крупный. У нас не про это речь, поэтому картинки все сугубо условные. Ну, кроме того, часто в виде биопрепаратов используются экстракты. Ну, если биосинтезированные вещества, это тоже какие-то определенные экстракты, да, только чаще это какие-то продукты, синтезированные микроорганизмами, иногда генетически измененными, но это не страшно, то здесь речь идет об экстрактах различных веществ. Тот же циркон, тот же экосил, тот же НВ-101, это экстракты, например, растений, хвойных растений зачастую, из них выделено, стандартизировано какое-то начало, и там из эхиноцеи циркона, экосил НВ-101 из склонных растений, экосил из пихты в сибирской частности, вот, экстракты. То есть мы, когда находим подобного рода препараты, какие-то вещи такие интересные показывают, что да, действительно они эффективны, соответственно, мы для расширения спектра возможностей население использовать подобного рода вещества, просто говорим о простых аналогах, как вы это можете приготовить дома. Конечно, один человек положит больше лапок, да, и зальет там водкой, второй положит меньше лапок, зальет водкой, один возьмет сосну, другой возьмет ель, третий возьмет сосну плюс ель, один положит чуть больше там папоротника, другой меньше. Естественно, что у каждого получится, ну, некий свой определенный рецепт, да, экстракт. Но поскольку мы рекомендуем прибавлять в какой-то определенной дозе, да, там рассчитывая среднее значение содержания активных веществ в тех растениях, о которых говорю, ну, то можем, в общем-то, надеяться, что эффективность будет достаточной. То есть мы не 5 капель там на ведро воды, а столовую ложку на ведро воды, да, рекомендуем. Потому что мы все-таки не такой же препарат готовим. Мы готовим что-то домашнее, ну, мы с такой, для того, чтобы оно было эффективно, подбираем концентрацию. Поэтому о таких биопрепаратах мы тоже и на канале говорим, и в комментариях говорим обязательно. Различные метаболиты. Ну, кстати, к биосинтезированным веществам еще надо отнести те же брасинестероиды. Это эпин, например. Да? Это естественный гормон, который в капусте, в листоцветных растениях его очень много. И вот его просто химики берут, синтезируют. И мы его тоже используем. Тоже вещь весьма достойная. Кстати, изобретение нашего белорусского института биорганической химии. Да, это наше еще советских времен изобретение, не российское. Но так интересно, наш институт в свое время изучал этот вопрос, выпускает эпин с концентрацией, ну, зарегистрирован 0,25, да, там, ну, процента, я уже не помню, там, миллиграмм на литр, ну, какая там же очень низкая концентрация. А российский аналог 10 раз менее концентрированный, 0,025. Но кто на это обращает внимание, да? То есть покупают белорусские, везут в Россию, разбавляют 10 раз, перепаковывают, привозят уже в Белоруссию. Да, при одинаковой цене наш получается в 10 раз дешевле. Ну просто потому, что в 10 раз меньше его надо использовать, там дозу. Ну, говорит, кто на это смотрит? Да? Покупает, никто не смотрит на это количество. Да.
Да, ну, может быть, даже, да, чуть-чуть дороже. Но он будет дороже в 2 раза, а концентрирование в 10 раз, да. То есть все равно в 5 раз дешевле. Поэтому надо посматривать на такие вещи и быть разумным потребителем в этой части тоже. Такие вещи тоже есть. Ну, и самые интересные препараты – это живые клетки, конечно же, потому что это то, о чем мы можем говорить. Почему? Хотя производители очень обижаются и ругаются, и даже пишут злые письма. Вот, уже пишут злые письма. Но на самом деле мы их любим за то, что их можно воспроизвести дома, да, в домашних условиях. Конечно, это немножко сложнее получается, чем там, ну, произвести кефир дома или простокваш, да. Ну, просто потому что если молочнокислые бактерии, они такие специфические, они повышают очень сильную кислотность, консервируют продукт, да, и там ничего другого расти не может. Хотя тоже у хозяйки не каждый раз там это простокваша может получиться. В другой раз молочнокислая горькая там, или дряблый этот сгусток, ну, какой-то не такой, да. Но все-таки чаще получается. Ну, то здесь, хотя принципы точно такие же, но все-таки надо набить руку для того, чтобы здесь все получалось. Ну и потом из детства все знаем, как выглядит кефир, как выглядит простокваша, да, а как выглядят эти препараты, никто не знает, да, где-то там пакетики открыли, какие-то кнопочки, дубочки, что-то такое, ничего не понятно. Ну и еще лучше, это препараты, которые содержат метаболиты и живые клетки. Я в одном из выпусков говорил, в выпуске «Как оживить фитоспорин», говорил о том, что нам ценны не только клетки, но и те метаболиты, которые есть в этом флаконе, да, вот, в самом препарате. Потому что сам препарат представляет из себя накачанные, накачанные, что говорят, микробиологи говорят, накачанные. Накачанные, потому что накачал как-то там, те бактерии, которые дышат, да, они качаются, в колбах раскачиваются при постоянном помешивании, снабжается кислородом эта жидкость, и они там очень хорошо растут, поэтому накачаны. А в производстве там не обязательно накачаны, там прокачаны. Через них воздух компрессорами прокачивают, через толщу этой жидкости, там уже сотни литров ее сразу накачивается, как пиво варят. Ну, то есть в огромных таких автоклавах промышленных все это делается. Ну, то есть вот есть некая питательная среда, и в эту питательную среду добавляется закваска, аэрируется, лучше, ну, если все хорошо. Вот. И там не только количество клеток увеличивается до тех величин, которые прописываются на этикетке, но там еще и накапливаются вот эти активные вещества. Все антибиотики, все гормоны, все ростовые вещества и так далее. Конечно, здесь производители всегда ищут какой-то баланс между стоимостью препарата и продажами препарата. Что такое живые клетки и метаболиты, которые во флаконе хранились 2 года? Понятно, что за 2 года в препарате в лучшем случае останутся споры семенной палочки, благо на эти споры образуют, да, и они достаточно устойчивы, они, в принципе, выдерживают даже кратковременное кипячение. Там, скажем, если 10 минут кипятить семенную палочку, ну, клетки помрут, а споры останутся. И при благоприятных условиях прорастают. А споры прорастают достаточно быстро. Ну, там 20-30 минут они уже проросли, и клеточки начали функционировать. Но надо понимать, что если вы покупаете препарат в начале срока годности, жидкий препарат, или препарат с низким сроком хранения, то это означает, что, как правило, в течение именно этого периода хранения там в нем сохраняются все вот эти метаболиты ценные. Да? Если же производитель продляет срок действия там, до 2 лет этого препарата, то он гарантирует вам, что у вас в конце срока годности, а даже в середине, там останутся только споры. Поэтому если вы выбираете жидкие препараты с длительным сроком годности, у вас есть альтернатива выбрать тот, который был произведен 3 месяца назад или который 1,5 года назад, ну, то как и продукты питания, да, хотя молоко сейчас месяц может храниться, но мы все равно выбираем то, которое не завтра кончится, а уже месяц простояло в этой бутылке, а то, которое надеемся, что неделю назад было выдано. Ну, то есть здесь точно такой же принцип, потому что надеяться на метаболиты мы можем только тогда, когда у нас есть, по крайней мере, препарат произведен примерно 3 месяца. От 3 до 6 месяцев это вот, ну, еще нормальное время для того, чтобы рассчитывать на то, что в препарате, кроме живых клеток, есть еще и какие-то активные метаболиты.
В основе биопрепаратов, живых биопрепаратов, могут находиться бактерии, грибы, водоросли и вирусы. В принципе, мы на канале много про это говорим. То есть, ну вот это основные живые начала. Исходя из этого, о трех из них мы поговорим. Три из них будем с вами размножать прямо здесь и сейчас. Вот. И о вирусах не будем говорить, потому что воспроизвести их, ну, практически невозможно. И препараты практически недоступны, их очень мало. Хотя вирусные препараты – это единственные препараты, которые подавляют только бактерии и только целево. То есть не всех там каких-то, которые чувствительны, а вот эти вирусы бактерий, они очень достаточно специфичны. То есть, скажем, если это вирусы против бактериозов плодовых растений, это один из наиболее эффективных способов борьбы с раковыми заболеваниями, именно теми, которые вызываются бактериями рода Ирвиния, то есть вот этот самый европейский рак, самый опасный, вот там вирусные препараты очень даже эффективны. И очень специфичны. Именно за это мы, в общем-то, и любим биопрепараты. В том числе за то, что они не являются таким широким фронтом, не губят все живое, да, в отличие от химических препаратов, когда мы химические вносим, да, они имеют очень широкий спектр действия и зачастую губят как полезное, так и вредное. Ну, с насекомыми это всегда известно, с инсектицидами тоже. Вот. Ну, спектр действия биопрепаратов, в общем, так же широк, как и химически синтезированных части целевых организмов, которые они подавляют. Единственное, что нету гербицидов, то есть тех, которые уничтожают сорную растительность, вот таких пока что биопрепаратов нет. Итак, уничтожение болезней, вредителей, повышение иммунитета растений, ростостимуляция, а также использование их в качестве удобрений, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды и регуляция накопления вредных веществ. Если для химически синтезированных препаратов более характерно первые два, да, то есть это фунгициды и инсектициды, то в отношении биопрепаратов можно говорить о гораздо более широком воздействии на организмы, растительные организмы, нежели чем только подавление их вредителей или болезней. Они действуют очень по-разному, да, они действуют различными механизмами, тем они и хороши. Ну, кроме того, они ведь действительно регулируют накопление вредных веществ. Если мы даже говорим хотя бы о тех же гуминовых препаратах, как биопрепаратов, они очень хорошо связывают тяжелые металлы. В Беларуси сейчас очень большая волна, снова такая вторая поднялась в отношении тяжелых металлов, в отношении там под Брестом строят свинцовый завод. Но я вам скажу так, что не то, что я имею прямое отношение, но я хорошо знаком с маршрутными исследованиями Республики Беларусь по содержанию свинца в почвах. И ну, есть некие фоновые, да, значения. То есть понятно, что в свое время, когда в бензин добавляли свинец вдоль дорог, этот свинец накапливался, уже давным-давно этот свинец не добавляют, но все-таки свинец малоподвижный элемент в почвах, вот в этих придорожных зонах он до сих пор сохраняется. Если идти в огороды, то там, в общем, этого свинеца как минимум таких очень низких фоновых значений в Беларуси. Но если зайти за сарайчик где-нибудь, да, у каждого человека, где он мусор жрет, в деревне, там такая колоссальная концентрация свинца в почве, вот в этом слое, где вот это вот кострище, да, куда относят, там шину сожгут, да, какую-нибудь деревню или еще что-то. Что, то есть, я не знаю, этот завод должен весь свинец, который он за 20 лет произведет, да, каким-то тонким слоем по округе размазать для того, чтобы, ну, чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться к тем концентрациям, которые люди сами себе делают. Да? Так они же еще мало того, что они же этот мусор сожгут, потом еще залоют и что-то и покормят, да, в огороде. И потом удивляются, откуда там и при маршрутных обследованиях, ну, случайным образом отбираются какие-то точки в населенных пунктах, отбираются образцы почвы с разной глубины и изучают ученые, как это. То есть никто хуже, чем сам человек, да, никакой завод не сделает, чем сам человек. Да? Просто люди не понимают от незнания. Да? На самом деле они каждый у себя, если они такие костры себе устраивают, мусоросжигательные, то, а потом еще и разносят ту золу на огород, то они сами себе уже давным-давно все загрязнили и засорили этим свинцом. Так вот, те же гуматы имеют
способны связывать избыток, ну не избыток, а вообще тяжелые металлы и снижать их поступление в растительную продукцию. Но про гуминовые препараты надо помнить, что если с ними переборщить, надо знать меру, как всегда во всем, то вы можете заблокировать не только тяжелые металлы, но и заблокируете цинк, вы заблокируете железо, вы заблокируете молибден, вы заблокируете марганец, вы заблокируете весь комплекс тех микроэлементов, которые так необходимы растениям. Поэтому гуминовые препараты хороши, но не стоит думать, что если больше, то это лучше. Нет, ничуть не лучше. То есть, ну, надо быть достаточно разумным. Это не удобрение, да, это не тот препарат, как, там, жидкое удобрение для цветов, и вы там каждую неделю. Я вообще удивляюсь, зачем так широко производить. Ну, я понимаю, зачем они так широко кладут эти гуматы в удобрение, потому что это дешево произвести и модно продать. Да? Люди будут покупать, потому что считают, что это что-то такое суперское. А на самом деле, если вы для комнатных цветов используете систематическое удобрение, эти коричневые, да, с гуматами жидкие, то в конце концов у вас вообще выноса этого ничего нет за пределы горшка. И вы, в конце концов, ваши растения, ну, не то чтобы погибнут, но выглядеть будут они постепенно все хуже и хуже. Поэтому и в рассаде использовать гуминовые препараты надо с большой осторожностью. И в комнатном цветоводстве. Ну, а уже в огороде попроще, потому что там все-таки есть, ну, вынос какой-то. Какая-то миграция, к тому же гуматы немножечко подъедают и микроорганизмы. То есть для них это тоже определенная подкормка. Поэтому, ну, это хорошо, но все хорошо в нем. То же самое. И оксидат торфа, и гуматы, и оксигуматы, гидрогумат торфа, и все-все-все это. Да, это все представители гуминовых препаратов, гуминовые фильмовые кислоты в составе. Это вообще не удобрение, в принципе. То есть они могут быть удобрениями, если туда добавлены удобрения. Но если это просто раствор гумата калия, то это вообще никакое не удобрение. Это все регуляторы роста растений с очень комплексным воздействием на растения, в том числе они и хелаты. Хелаты захватывают ионы металлов, да, и позволяют им легче усваиваться растения, но они могут захватить их так крепко, что растение их уже не добудет никаким образом, и будет испытывать различные дефициты. Да, не надо. То есть лучше, самое правильное, то есть инструкция, все верно. То есть там написано, и это не тот случай, когда если вы в два раза больше будете поливать, у вас будет в два раза больше и лучше расти. Не будет, да, то есть надо очень умеренно использовать. Преимущество биопрепаратов, ну, мягкое действие. Даже если вы передозировали, ну, если речь идет о живых препаратах, да, даже если вы сделали передозировку, то вы не нанесете вреда. Ну, вы просто потратите деньги. Если вы покупаете эти биопрепараты, вы просто потратите лишние деньги. А вот убить растение биопрепаратами невозможно, абсолютно невозможно. Это естественный компонент среды. Это и плюс, и минус. Это хорошо и плохо для биопрепаратов. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, с точки зрения экологии, с точки зрения здорового образа жизни нашего, да, и выращивания здоровой продукции, это хорошо, потому что на эти препараты действует естественный отбор, точно так же, как и на все живое, только мы внесли в окружающую среду. И даже если мы внесли много, ну, то они под действием естественного отбора урезонятся там и в почве, и на поверхности листьев и так далее. А плохо, потому что все-таки, если мы химически синтезированный препарат носим, он может там 2-3 недели по растению болтаться, всасываться, пока он там разложится, да, еще надо было бы подождать. А здесь действие естественного отбора может быть настолько сильным, и влияние фактора среды, что длительность, вот этот срок действия этого препарата может быть не таким уже и большим. Потом это живые существа, и же кормить надо, не скушать хотят, да. То есть нельзя его внести и не предпринять каких-то дополнительных мер к тому, чтобы он там жил и размножался. Поэтому я тоже обижаются на меня производители, но я говорю, что если вы берете порошок фитоспорина, да, или пасту фитоспорина, ну, то вы возьмете оттуда живое начало. Да, вы там его разболтаете, и там, да, клеточки живые там будут. А метаболиты где взять? Понимаете, эти антибиотики, вот это все. Его же там нету. Понимаете, если вы просто обработали растения живыми клетками, ну, то для того, чтобы
Эти метаболиты образовались, эти клеточки должны попасть в благоприятные условия, и следует покушать, выделить эти антибиотические вещества. А они с ним есть, нет. То есть тогда надо целую кухню для них устраивать, да, тогда надо сахарные, там какие-то углеводные подкормки для них делать, органики побольше в почву вносить и так далее. Но в этом смысле проще их разбудить, да, активировать, дать им пожить у себя дома, чтобы они у вас в вашей банке, бутылке не синтезировали этих веществ побольше. И уже знать, что они там точно есть, тогда непосредственно воздействие. То есть антибиотические вещества, если они есть, метаболиты, то они будут действовать сразу же, да, при нанесении будут сразу же действовать на патогенные организмы, так же, как химически синтезированные препараты. А если этих метаболитов там нет, если вы на слете, да, срока годности используете тот же фитоспорин, там 2 года он по складам повалялся, и вы его купили, там уже, конечно, ничего нет. Ну, живое начало там есть, а метаболитов там уже активных нет. Поэтому вы используете, а толку никакого, да? То есть вот эти особенности биопрепаратов, надо помнить, что они должны жить, на них действует отбор, вы должны для них создавать, точно так же и для ваших растений, создавать благоприятные условия, если вы хотите, чтобы они действовали там достаточно длительное время. Ну, мы много говорим на канале о том, что живого начала зачастую там нет, вообще никакого нет. И льем, и на чашке Петри высеваем, и пытаемся выделить что-то, что-то вырастает, но совсем не то, что мы ожидаем от, там получить. Поговорим сейчас тоже об этом с картинками даже. Значит, у них комплексное действие. Практически нет биопрепаратов, которые бы с живым началом, которые бы ограничивались каким-то одним действием. Да? Ну, например, только как фунгицид работали или только как биоудобрение. Они и биоудобрение, и фунгицид, и иногда азот, фосфат-мобилизатор и стимулятор, то есть они могут сразу же в одном препарате обладают комплексным действием совмещать все эти функции. Ну, длительность действия, да, то есть это, ну, я уже сказал про естественный отбор. Если они попали в благоприятную среду, она им создана, то они будут длительно действовать. Если они не попали в благоприятную среду, если метаболитов в этой жидкости не было, ну то можно было с тем же успехом чистой водой попырскать, да, и ожидать такой же точный результат. А многие из биопрепаратов, ну не многие, но по крайней мере те, которые на основе семенной палочки, семенная палочка обладает эндофитными свойствами. Это означает, она может внедряться внутрь растения, поселяться внутри растения, не оказывая вредного влияния, да, на растение, но она может там жить, немножечко питаться тем, что растение ему дает, да, какие-то сахара там находить, необходимые себе вещества, в то же время защищать растение от атак патогенных микроорганизмов. Это очень важно. Почему? Потому что в этом случае мы сталкиваемся с системным действием этих препаратов. Ну и у них альтернативные механизмы действия, альтернативные тому, что мы имеем у химически синтезированных препаратов. Они действуют по-другому. Они действуют через гормоны, они действуют через, могут давать сигналы растению о необходимости активации естественной защиты, они могут синтезировать совершенно другой природы антибиотические вещества, нежели чем то, что мы имеем в пакетиках с химически синтезированными препаратами. То есть это хорошо, потому что если патоген уже привык к действию химических препаратов, а это вообще проблема сейчас, ну если не номер один, то номер два точно. Потому что и колорадский жук, и паутинный клещ, и белокрылка, и многие-многие вредители уже давно-давно привыкли к этим инсектицидам, и хоть поливай, хоть не поливай, толку никакого, он на них не действует. Это сейчас в сельском хозяйстве, в масс-производстве таком крупнотоварном стало большой проблемой. Вот. То если мы имеем дело с биологическими препаратами, то там такие механизмы работают, против которых у этих насекомых просто нет устойчивости. Да? Ну как если человеку, знаете, распылить над нами холеру, да, то нет у нас устойчивости, хотя мы с ней сталкивались с этой холерой, да, там, человечество в процессе своей жизни в тысячелетиях, да, каких-то, но все равно устойчивости мы нормальных не приобрели. То же самое касается любых болезней инфекционных, о которых мы ведем речь. То есть вот точно такие же механизмы работают и там. То есть мы создаем эпидемии, да, какие-то для патогенов, для насекомых,
и так далее. Используем биологическое оружие своеобразное. И у них нет устойчивости. И это очень, очень хорошо. Еще лучше, ну может быть не лучше, но эффективнее иногда бывает совмещать применение биологических и химических средств защиты растений. Если мы имеем дело с каким-нибудь паутинным клещом трудноискореняемым или с тем же колорадским жуком или с белокрылкой, то мы можем использовать авермектины с одним действием, можем использовать тот же бетоксибацилин или липидоцид, в зависимости от того, что у нас там гусеничка, белокрылка, это же бабочка, да, а колорадский жук там, для бабочек липидоцид, для жуков бетоксибацилин лучше. То есть туда же прилить, да, и если у нас очень тяжелый случай, значит можно еще добавить туда и какой-то химически синтезированный инсектицид и уже так жахнуть, ну то есть искоренить полностью. Конечно, для каких-то пищевых растений можно ограничиться там авермектином плюс биологическими препаратами, ну а если у нас речь идет о декоративных растениях, там мы можем поработать в большей степени химически синтезированными веществами, это целево, да, обработать нижний самолета, обрабатываем, да, и не опрыскивателями промышленными. То есть мы можем сделать локальное внесение, что будет, ну, пускай не супер экологично, но, по крайней мере, менее вредно, чем какие-то массовые на больших площадях обработки в крупном товарном производстве. То есть это один из таких хороших комбинированных способов искоренения особо вредных и особо опасных вредителей. В то же время некоторые биологические средства защиты растений показывают большую эффективность, чем химически синтезированные. Например, на сегодняшний день организация FAO, это ФРИОН, такая организация по продовольствию мировая, она рекомендует использовать против саранчи именно препараты на основе гриба метаризума. Потому что ну, показано, что вот он эффективен, да, то есть, а вот эти огромные обработки химическими инсектицидами, они неэффективны, саранча устойчива, и конкурентов мы убиваем, и хищников каких-то естественных мы убиваем этим всем, а метаризиум, он достаточно специфичен, то есть он убивает не всех насекомых, он достаточно специфичен, вот, и саранчу он убивает, поэтому есть такие примеры, когда биологические средства защиты более эффективны, нежели чем химически синтезированные. То есть и с точки зрения специфичности, и с точки зрения устойчивости, то есть длительности применения химических синтезированных средств защиты растений, там, ну и по многим другим причинам. Ассортимент биологических препаратов нельзя сказать, что очень велик, да, но в общем достаточно для того, чтобы в Беларуси найти и биофунгициды, и биоинсектициды, и ростостимуляторы и все остальное прочее. Да, здесь перечислены далеко не все. Это взяты только биопрепараты, которые зарегистрированы в нашем реестре белорусском в разделе биопрепаратов. Но есть еще фунгициды, зарегистрированные биопрепараты, есть ростостимулирующие препараты, тоже биопрепараты и так далее. Ну, то есть ассортимент достаточно велик. Достаточно зайти в интернет, чтобы найти там весь ассортимент биопрепаратов и кто их производит. Другое дело, что может быть, производятся они у нас на полках, да, не в достаточном количестве магазинов, где их можно пойти и просто запросто купить. Но, по крайней мере, спрос рождает предложение, да, там предложение рождается, ну, наверное, все-таки спрос рождает предложение. Мне очень понравилось, как интернет-магазины белорусские быстро реагируют на значит, спрос населения на биопрепараты. Там не прошло и полгода, как уже все появилось, уже покупается очень хорошо. Ну, то есть, здесь такая двусторонняя какая-то связь, да, есть. Производители, продавцы предлагают, а у нас спрос формируется. И если мы друг друга уловили, то, в общем, все очень здорово. Ну, и надо сказать, что единственный препарат, который зарегистрирован в разделе нематицидов, это препарат Pseudomonas futida, который был создан как раз в Белорусском государственном университете, где создана мощнейшая школа по созданию биопрепаратов для защиты растений различного направления. Надо сказать, что у нас еще очень большой крупный центр, это Институт микробиологии Академии наук. Очень много, можете на сайт зайти, посмотреть, у них тоже очень достойные препараты есть. И хорошие очень препараты у нас Института защиты растений, они тоже делают. Можно тоже к ним зайти на сайт и тоже поинтересоваться. Всегда есть трудности с производством, то есть надо еще умолять, чтобы они там наработали какие-то партии препаратов и
как-то купить у них, да, это, то есть, такая странная штука. Но я все-таки думаю, что постепенно такое увеличение интереса и спроса на эти способы защиты растений будут двигать плечи и нашу науку, чтобы она как-то с производством срослась и все получилось у них гармонично и хорошо. Неметициды очень токсичны, химически синтезированы. Это, пожалуй, одни из самых токсичных веществ, потому что все, что убивает этих червяков, убивает и нас, к сожалению, тоже. Поэтому у нас ничего не разрешено к использованию из химически синтезированных неметицидов, за исключением вот этого биологического препарата. Действующие вещества живых биопрепаратов, ну, я уже сказал, что это коммерческих препаратов, да, которые это грибочки, но грибы ограничиваются в основном пикодермой, баверией и метаризиумом. Других грибов практически нет в основе разрешенных к использованию препаратов. Многие очень спрашивают про метаризные грибы. Можно ли их размножать? Можно ли их там как-то использовать? Эффективны ли они? Могу сказать только следующее. Если на этикетке нету наименования живого организма, если на этикетке нету количества, спор, там еще чего-то, да, этого микроорганизма, то всегда стоит воздержаться от приобретения такого рода препарата. Если там написано просто микроорганизм и запятая, там, ну что-то еще через запятую, то лучше воздержаться. И мне сложно сказать, ответить на вопросы, как можно размножить, да, потому что я не знаю, что там. Ну, на самом деле дома можно размножить даже съедобные грибы, вот эти метаризы, они хорошо очень растут, в общем-то, на тех же средах, о которых мы говорим, на тех же овсяных отрубях они хорошо растут. То есть при желании можно там эти метаризы, они растут как та же плесень, ну то есть в виде плесени растут, прекрасно поддерживаются, без проблем. Между прочим, этот мицелий, который нарастает, он имеет в том числе пищевую лекарственную ценность. Ну, конечно, вы-то его не следите, а там в производстве, например, изобретают какие-то способы культивирования, поверхностного культивирования мицелия, для того, чтобы его потом сгрести и, например, выделить грибной запах, да, там из этой микоризы, из этого мицелия боровика или еще что-то такое сделать. То есть они на самом деле культивируются легко. Другое дело, что надо понимать, что там есть и зачем оно там есть. С микоризой еще сложно. Почему? Потому что когда мы помещаем растение в благоприятные условия, оно максимально избавляется от микоризы. Есть спекуляция такая, да, относительно удобрения. Вот мы говорим, что мы там можно прочитать такие вещи, что мы вносим удобрения, да, там минеральные удобрения, и вот изменяем вот это микробиом почвы, микробный состав почвы очень сильно изменяется, там микориза пропадает, и все за голову хватают. Ай-яй-яй, какой ужас, микориза пропадает, это же вред растению. Так не удобрение. Удобрение — это прекрасный компонент для жизни микроорганизма. Потому что микроорганизмы точно так же нуждаются и в фосфоре, и в калии, и в аммонии, и в мочевине, и во всем остальном. Там большинство биопрепаратов замечательно используют аммонийные соли в качестве источника азота. То есть нет проблем. То есть мы подкармливаем, в том числе, не удобрение, как бы напрямую, да, уничтожают эту микрофлору какую-то, изменяют. А сами растения, они просто перестают их поддерживать. А зачем им? Зачем им нужна эта микрофлора почвенная, если мы им все дали в натуральном, так сказать, виде, да, бери и ешь. То есть не нужно никого держать подкармливать в почве, чтобы мог там что-то, какую-то органику переваривать, чтобы она минерализовалась и растение попадало уже в минеральном виде. Мы им даем в минеральном виде, и, соответственно, а растения с микроорганизмами живут в очень тесном контакте уже многие миллионы лет, да, и поэтому они приспособились друг к другу, растения выделяют углеводы, они выделяют сахара корнями, для того, чтобы подкармливать эту микрофлору, для того, чтобы поддерживать ее вокруг своих корней, в том числе и микоризу. Микориза очень дорого стоит растения. Что такое внедрение гриба в корень растения? Это значит, что растение ваше не плоды будет образовывать, да, сладкие, вкусные, а будет кормить эту микоризу. Потому что микориза будет выделять кислоты, растворять фосфаты, и таким образом фосфаты нерастворимые попадут растениям, да, иначе просто растение, ну, погибнет или будет кислым, потому что оно без фосфатов жить не может. Как только мы добавили эти фосфаты,
растение тут же прекратило эту микоризу кормиться. Зачем ей? Ну, фосфаты есть. Для чего ей это надо? Поэтому с микоризами это... Я все-таки до сих пор уверен, что это в большей степени бизнес, да, чем какая-то польза. То есть это... В этом нет какого-то серьезного смысла. Да? То есть если вы хотите получить большой урожай, вы должны заниматься интенсивным сельским хозяйством. Если вы хотите получить 3 помидорика, да, с куста, но зато такие абсолютно натуральные. Ну, посмотрите в дикую природу, какие там помидорки. Там помидорки мельче, чем косточка от вишни, да, их там мало на растении. Но то они растут, конечно, они растут абсолютно в естественных условиях. Но если мы будем все больше и больше, больше и больше уходить от технологии сельского хозяйства и приходить к технологии натурального хозяйства, да, то есть максимально в природе, минимально там нарушать окружающую среду при возделывании растений, там не вносить что-то, там не кормить и так далее, ну то мы в конце концов получим очень маленький урожай, но зато абсолютно натуральный. Ну то есть микориза это вот из этого рода, да, то есть или микориза, или удобрения. Если только микориза, но туда не рассчитывайте на большие урожаи. Да, они будут натуральные, но небольшие, поэтому надо это хорошо понимать. Поэтому здесь нету микоризных грибов, да, и вообще у нас в Республике Беларусь не зарегистрировано ни одного препарата на основе микоризных грибов. Хотя, с точки зрения закона, это должно быть сделано. Если такие препараты продаются, они должны быть зарегистрированы. Но они не зарегистрированы, это плохо. Механизмы действия живых биопрепаратов. Прямой антагонизм. Биопрепараты живого начала выделяют антибиотики, выделяют фунгицидные вещества, выделяют перекись водорода даже, для того, чтобы дезинфицировать среду вокруг себя. Да? Самый устойчивый, а убивают тех, кто не устойчив. Конечно, на всякий антибиотик найдется устойчивость к этому антибиотику. То есть какие-то устойчивые, какие-то неустойчивые. Но микробчики так давно живут в соседстве с патогенами, что они уже выработали у себя такие бронебойные антибиотики, которые совершенно ничего общего не имеют с теми антибиотиками, которые мы используем для лечения. Да? Хотя изначально антибиотики как раз из микробов и выделялись. Но на самом деле арсенал антибиотиков у микробов гораздо больше, чем тот, который мы можем найти в аптеке. И вот они всем этим арсеналом начинают действовать на своих целевых конкурентах. Когда мы их вносим в огромном количестве, то мы не оставляем патогенам шанса, да, мы просто в огромном количестве эти антибиотики вносим, и живые клетки, которые синтезируют эти антибиотики, и таким образом боремся с различными заболеваниями. Плюс они... Что? Ну, надо сказать, что те же молочнокислые организмы, мы, кстати, ну, это мы в кружке изучаем, не значит, что мы единственные, которые это изучают, да, то есть изучают по всему миру, но мы просто в тренде, да, в каком-то подхватываем. Но вот у меня, например, ребята, девчата в кружке изучали, как молочнокислые организмы борются с там, достаточно опасными патогенами человека. И отбираются такие молочнокислые организмы, которые выделяют бактериоцины, специфические такие белковые пептидные молекулы, которые убивают золотистый стафилококк, убивают серацию там, и так далее. То есть это совершенно другой природы антибиотические вещества. И на основе этих молочнокислых организмов имеются препараты для лечения различных заболеваний. И точно так же, как человека, да, и точно так же, как микробы комплексно влияют на растения, да, и на патогены, точно так же эти молочнокислые организмы, естественные обитатели кишечника человека, комплексно влияют. То есть они и подавляют патогенную микрофлору, и во рту можно в рот полоскать кефиром, понимаете, тоже будет хорошо на самом деле. Вот. И точно так же стимулирует наш иммунитет. То есть здесь можно проводить определенные параллели. Другое дело, что люди меняются иногда, там, выпить, да, на ночь стакан кефира, пополоскать рот и лечь спать. Да, они покупают листерин какой-нибудь, который убивает 99% бактерий. Убивает или нет, не знаю. Но это то же самое, что, ну, то есть та же разница между биологическими средствами защиты, да, и химические. Химические вам снесли все на свете, да, и все дела, да. А если вы кефир на ночь выпили по старой советской рекомендации и не почистили рот антибактериальной пастой, а сполоснули рот, да, то у вас еще там во рту остались такие микробчики, которые будут в течение ночи выделять эти самые бактериоцины
и будут, соответственно, защищать и слизистые, и горло, и зубы, и все остальное от нападок патогена. То есть, понимаете, мы от советского стакана кефира на ночь, да, ушли теперь, как будто у нас рот унитаз, да, доместосом 99% бактерии уничтожили, и листерином 99% уничтожили, это же, извините, не одно и то же, да, это же живая система. Ну, а вот постепенно смещается у нас образование людей с чего-то разумного, да, в сторону чего-то дорогого, да, что идите, покупайте и живите дорого, и может быть, будете здоровы. Ну, то есть здесь не то, что надо пить эти биологические средства защиты растений, да, а надо просто посмотреть в аптеку и найти там, в общем, примерно то же самое, только предназначенное для человека. Тот же препарат Бактисубтил или наш белорусский препарат выпускается белыми препаратами. Ну, бифидобактерин — это бифиды, это я сейчас хочу сказать о препаратах, которые содержат сенную палочку. Ну, тоже у нас продается, это ацидофильная палочка совместно с сенной палочкой в одном флаконе, продает белые препараты, делает такой препарат и продается в любой аптеке без рецепта. Ну, то есть сенная палочка. Да, делаю похожее видео, но не вспомню сейчас, как он называется. Стоит у меня в лаборатории, мы выделяли оттуда всякое разное, с детьми очень интересно. Вот. Ну, легко найти по справочнику. Ну, то есть, я имею в виду, что есть и сенная палочка. Диалак только ацидофильная палочка. И это Диалек выпускает. А это похоже с сенной палочкой, только белмедпрепараты. Там 6 флаконов упаковки. Да, давайте. Ну, то есть, это к вопросу о том, что, да, то есть, можно подумать об определенных параллелях и подумать в том числе о своем здоровье. А конкуренция, хорошая конкуренция, они создают хорошую конкуренцию, да, то есть, если место занято, ну, то туда уже патоген не придет, потому что там уже кто-то живет. Поэтому, особенно триходерма характеризуется очень сильно конкуренции, потому что если она уже развилась, да, то ей уже ничего не страшно. Главное дать ей на старте, да, хорошую концентрацию дать. Поэтому я все время удивляюсь, как вот эта таблеточка, которая на 90% состоит из мукора, да, и там с большими усилиями можно выдрать оттуда какую-то спору этой триходермы, да, и вот эту таблеточку положите, томат посадите, и будет вам счастье, вы уже все защитили. Ну, удивительно, да, и поразительно. А поедание, да, то есть иногда это прямое хищничество, когда наш биопрепарат просто использует патоген в качестве источника питания. Этим также триходерма грешит, да, в кавычках. Ну и непосредственно механизмом поедания обладает метаризм, который использует тела насекомых в качестве источника пищи. Ну, в какой-то степени Bacillus thuringiensis — это липидоцит или бетоксибацилин тоже, они внутри насекомого питаются, выделяют токсины, оно подыхает, да, они его подъедают там изнутри и переходят в следующее. То есть это тоже достаточно активный механизм, сигнальный механизм. То есть они дают сигналы растению о том, что надо защищаться. На что это похоже? На прививку, да, на прививку похоже. То есть мы привились там каким-то чем-то, да, нам в организм попали сигналы о том, что надо защищаться, и организм надо защищается. Но это тоже что-то такое подобное. Стимулирующие. То есть они так хорошо стимулируют рост развития растения, что как патоген не попадает, да, понимаете, пусть задавится. То есть растение так хорошо растет и чувствует, что вот эти там какие-то мелкие нападки мелких патогенов ему уже абсолютно не страшны. Потом ведь у растений имеются периоды уязвимости. Та же черная ножка, да, у томата. Черная ножка душит эти томаты преимущественно на фазе пророста, да, то есть на начальной стадии развития растения. И если оно уже ушло, да, то есть переросло эти семидольные листики, там первый настоящий лист, то шанс загубить растение томата черной ножкой уже пропадает. Да. И если мы простимулировали, то есть вот в этот момент дали стимуляцию развития, соответственно, растение ушло, очень быстро ушло, перешло эту фазу, и оно уже не уязвимо к этому патогену.
обеспечивают питание. Ну, это фосфатмобилизующие бактерии, различные бактерии, которые мобилизуют микроэлементы из почвы, делают их доступными растениям. А микроэлементы, в свою очередь, тоже запускают целый большой каскад различных механизмов защиты самого растения. Поэтому они так опосредованно тоже его защищают. Ну, и создают питание. Да, то есть здесь и механизмы минерализации, да, когда они быстренько минерализовали там растительные остатки, не дали возможности на этих растительных остатков сохраниться патогеном, и в то же время обеспечивали питание растениям. И второй вариант – это азотфиксация. Потому что на самом деле добрую половину азота, а то и больше, если вы будете хорошо органикой кормить ваши растения, обеспечат вам это питание микробы почвы. Другое дело, что, ну, например, белорусские почвы довольно бедны в отношении азотфиксирующих бактерий, потому что мы поговорим об этом чуть позже. Азотфиксаторы, они такие капризные и классные, но немного капризные. И белорусские почвы не самые благоприятные для азотфиксаторов. Ну, как сделать так, чтобы они стали благоприятными, конечно, поговорим. Да, но чтобы они начали из воздуха что-то делать, понимаете, оно живое, их же кормить надо, да, им надо создать условия. Я всегда говорю, если вы возьмете корову рекордсменку, да, которая супер много молока дает, вы посадите ее на резаную солому, то вы от нее молока не добьетесь, да, то есть надо еще ее адекватно кормить. Если вы будете ее кормить не как корову рекордсменку, да, как обыкновенную корову, так она и молока, она же из воздуха это молоко не сделает, да, то есть ей надо что-то дать, чтобы она что-то произвела. Если она хорошо много молока дает, то у нее аппетит хороший, понимаете, вот с этой штукой тоже, хотя она из воздуха этот азот добывает, но ее нужно кормить для того, чтобы эти механизмы у нее хорошо работали. И, конечно, есть и недостатки у живых биопрепаратов. Это в первую очередь это обеспечение условий активности этих препаратов. То есть, чтобы они были активными, должны быть метаболиты, как следует, да, в хорошей концентрации. Антибиотики, ну все, о чем мы говорили, просто стимулирующие, гормоны там и так далее. Для живых клеток надо создать в том месте, где вы вносите эти препараты, благоприятные условия, потому что они могут иногда попадать не совсем в свою среду, да, там семенная палочка почвенная на листья, та же триходерма, на листья и так далее. То есть надо правильно там все создать. Правильное время вносить. Ну, понятно, что если вы под палящими лучами в засуху там капнете под корень этого биопрепарата немножко, да, то, конечно, он вас не спасет. То есть надо пролить, подкормить, внести, а потом сверху биопрепарат, чтобы уже эти клеточки живые вошли в санаторно-курортные условия, да, и чтобы они там получили какие-то хорошие преимущества. Недостаток – естественный отбор. Ну, вот то, о чем мы говорили, да, на них действует тоже естественный отбор. Поэтому, если это не эндофитные микроорганизмы, то есть они не внедряются в микрорастения, то, ну, и опять же, посмотрите, даже если эндофитные микроорганизмы, если растение будет в условиях дефицита питания находиться, как в условиях каких-то дефицитов, оно очень быстро избавится от этих эндофитов. Оно перестанет их тоже кормить. То есть кормите растение для того, чтобы оно могло кормить своих эндофитных микроорганизмов, чтобы они в полной мере обеспечили эти функции. То есть эндофитные бактерии без должного ухода за растениями не дадут вам эффекта. Но и если вы обеспечите очень хорошие условия, то без эндофитных бактерий вы, конечно, добьетесь определенного результата, урожайности. Нам же что надо в конечном счете? Урожай как можно больше и лучше, и качественнее, и вкуснее. Но с эндофитными бактериями эффекты от того, что вы потратили деньги на удобрения, там, на какие-то манипуляции, танцы с дубами над этими растениями, они будут гораздо эффективнее, да, все эти меры, которые вы осуществляете по уходу за растениями. Здесь есть вот такая вот связь. Как только вы создали неблагоприятные условия для растений, естественный отбор выполнит этих эндофитов и этих микроорганизмов, и они перестанут там работать. Постепенное нарастание активности. У биопрепаратов, то есть если вы внесли триходерму, да, она должна там еще прижиться, она должна там еще развиться, она должна там еще размножиться, она должна колонизировать
зона обитания корней. То есть это не химически синтезированные пестициды, которые мы выпалили, и через 20 минут уже насекомые перестали питаться, а через 3 часа уже все подухли. Да, и 2 недели в растении там неонитоксинодные препараты, тары и прочее, еще будут болтаться по растению и обеспечивать эту защиту. Здесь есть определенные условия, в том числе нарастание активности. То есть если вы бетоксибацилином обработали картофель, то этот жук или личинка его еще должна прийти на этот картофель, она еще должна его грызануть для того, чтобы заразиться, и только тогда, и она не сразу, но через 20 минут помрет, да, то есть она еще инкубационный период, точно так же, как у нас болезнь, да, там 20 дней инкубационный период может быть, а мы обработали и ждем, что на завтра уже все померло, оно не померло, ай-яй-яй, неэффективно, да. Какая мораль отсюда, что всегда биопрепаратами надо действовать превентивно, то есть до того, как жук появился. Потому что, когда мы уже увидели, что жук появился на картофеле, то он не появился, он уже там расцвел пышным цветом. Потому что, уже были единичные, уже они там 2 недели его подъедают. Мы просто визуально не видели. А когда визуально увидели, даже караул, там уже спасать надо уже действительно тяжелой химии. Поэтому надо этими препаратами работать заранее. До того, то есть если мы знаем, что колорадский жук у нас появляется, вот уже с весны, да, у нас ползет, вот сходы появились картофеля, да, обработайте, да, 2 недельки прошло, еще раз обработайте. Даже если у вас того жука нет, но обработайте, что он все равно уже где-то он там внедряется. Та же тля, если вы знаете, что к началу цветения сливы, да, уже может появиться тля, то перед цветением обработайте, даже по веточкам просто обработайте, там липидоцидом, например, или там тем же бетоксибацилином. И во время цветения можете обработать, что пчелы не чувствительны к этим препаратам. Они же не грызут, да, то есть они не стартуют, другое едят с этого растения. Вот. И, между прочим, липидоцидом с большим успехом травят моль в ульях. То есть опрыскивают соты даже липидоцидом. И вот эта моль, которую извести грудным способом очень сложно, ее этих личинок моли, восковой моли, ну, если кто-то с пчеловодством связан, то знает, о чем я говорю. Там такие моли, такие толстые червяки могут вырастать, ну, червяки условные, эти личинки, ну, гусеницы, которые соты с медом поедают, и для пчеловодов это большая проблема всегда. Так вот, липидоцидом даже там работает. Вот, то есть надо обрабатывать периодически для того, чтобы вот в эти критические фазы нападение небольшого количества патогенов, того, как они успели размножиться, чтобы они уже встречали отпор. Ну, конечно, это не абсолют, да, то есть есть, скажем, какие-то болезни, которые достаточно хорошо и в активной фазе с ними борются эти биологические препараты. Ну, та же сенная палочка, особенно если вы ее хорошо активировали, да, то есть у вас большое количество метаболитов, вы обработали, сразу антибиотиками жахнули, туда еще если покрепче развели, риска же передозировки нет, то вы вполне можете искоренить опасные инфекции даже без каких-то превентивных обработок. Но все-таки заранее, поэтому говорим, рассаду высаживайте, добавьте там фитоспорин, еще какие-то препараты, эктоген и так далее. То есть заселите туда, заранее туда заселите, для того, чтобы там этот микроорганизм был, и чтобы он вовремя была черная ножка появилась. Узость спектра действия. Все-таки, биопрепараты являются очень специфичными. Это и хорошо, и плохо. Ну, вот тот же пример с пчелой, да? То есть липидоцид не действует на пчел. Он не убивает личинок пчелы, он не убивает саму пчелу, но убивает чешуекрылых, да? Потому что он очень специфичен к чешуекрылым. Чешуекрылые – это бабочки, гусеницы, соответственно. Поэтому капуста, там и все, что повреждается гусеницами, это в том числе и плодожорки, да, гусеницы, которые эти в яблоки, груши, там, сливы и так далее внедряются. Это все очень хорошо работает липидоцидом. Я, например, свои сады содержу абсолютно без химической обработки, только липидоцидом. У меня вообще ни одного яблока не было пораженного, вот, по крайней мере, в 2018 году плодожорка, и сливы ни одной не было червивой. Ну, то есть, ну, просто я один раз в неделю на выходных или через выходные, да, то есть раз в 14 дней я просто проходился этим липидоцидом. Заводя же себе 6 литров, развел покрепче, обработал,
На следующий раз опять заподяжу, через неделю приехал, уже наросло, оно еще в неблагоприятных условиях посидело, да, а неблагоприятные условия для этих препаратов хороши для этих бактерий, потому что именно в стрессовых условиях бактерии начинают выделять эндотоксины. То есть не только само живое начало наросло, но еще и токсины, вот эти метаболиты, туда попали. Поэтому все достаточно хорошо. Не все лето. Критические периоды лета. То есть до цветения, во время цветения, чтобы немножечко цветоеда прижать, да, и после цветения, до достижения яблочками фазы грецкого ореха, да, примерно как грецкий орех, и до достижения сливы, ну, такого половинного размера от окончательного размера. Она еще зеленая, дубовая, но если я до этого времени клубнику тоже очень хорошо, от того же цветоеда, во время цветения, в начале образования плодов, конечно, очень хорошо долгоносит. И так далее. Все это очень хорошо держится этими препаратами. Ну и узость спектра действия хороша, потому что у них есть целевые патогены, да, они не убивают полезную микрофлору, они не убивают полезных насекомых, то есть наоборот, все работает гармонично, в отличие от химических средств защиты растений. Ну и проблема это, конечно, несовместимость. Некоторые биологические препараты совершенно несовместимы. Ну и надо помнить, что те же грибные биопрепараты совершенно несовместимы с фунгицидами. Потому что фунгициды направлены на борьбу с грибными болезнями растений, там специфические, неспецифические, те же нецедержащие препараты. То есть нельзя смешать бордовскую жидкость, там, например, с триходермой или с метаризумом обрабатывать растения, потому что просто гриб погибнет, как любой другой гриб от этой адской смеси. Вот, и нельзя обработать, например, бордовской жидкостью, а через неделю обработать триходермой теплицами, потому что она еще не смылась, и эта бордовская будет там на этих листьях в защищенном грунте висеть достаточно долго. Поэтому необходимо разумно к этому подходить, то есть что вы применяли до и что вы планируете применять после. В этом смысле гораздо разумнее начинать применять биологические методы защиты растений, а потом, если уже у вас там холодно, влажно, которая бушует, клодоспорез бушует, и вы уже увидели, что у вас биологический препарат все-таки не держит, да, в этих инфекционных условиях, ну тогда начинайте уже бордовской, там еще чем-то работать дальше. Ну, а все может быть, что и поддерживает. Потому что благоприятные условия должны, как я всегда говорю, и создаться и для вашего биологического агента. Да? Если они неблагоприятные, он может и не сработать. Может очень жарко, да? Просто вымер на поверхности почвы там или еще как-то. То есть, надо просто чувствовать и следить за своими растениями. Если вы работаете и не помогает, не получается, то значит, как в медицине, да, если этим антибиотиком не вылечились, этим лекарством, значит, возьмите какое-то другое. Здесь, в принципе, работает тоже то же самое абсолютно. Комплексное действие, я уже прикасался к этому, что многие растения обладают и защитным, и стимулирующим, и изменяют почву, и стимулируют развитие других микроорганизмов и так далее. Да? То есть они всегда обладают комплексным действием. Это один из самых больших случаев преимущества использования биологических средств. То есть через тот или другой или третий механизм, но на растение позитивно оно подействует, повлияет. Поэтому у нас есть шанс обойтись до какого-то времени без тяжелой химии. Вот этот механизм прямого антагонизма я вам сейчас на чашечках покажу, как это работает. Вот эти чашечки, кто-то мог видеть их вчера в выпуске в нашем. Вот сидят два грибочка, да, патогенных. Вот все в одно и то же время было посеяно. Видно, да, потому что на галерке не очень видно. Ну и вот смотрите, вот здесь вот, видите, роста нет, да. Вот эти грибочки, они растут уже в плоскости, они не кружочком растут, они уже пошли, они не могут туда прикоснуться, даже подобраться, да, вот. Там на расстоянии полсантиметра у них остановился рост, и они туда не доберутся. Почему? Потому что посерединке сенная палочка, и она, соответственно, выделяет и антибиотические вещества, и еще там что-то, что останавливает рост этих грибов. Здесь тоже сенная палочка росла, но при всем том никакой активности
здесь нет. То есть речь идет о том, что это и узость спектра действия, да, и механизм. То есть если есть некий механизм, то кто-то к нему может оказаться и устойчивым. Поэтому все-таки надо применять разные, да, то есть, ну, хорошо, мы на канале говорим, что там бактофит очень хорошо от клодоспориоза помогает, а бактоген от фузариоза, серогнили и фитофтороза, ну, клодоспориоз в меньшей степени, да, то есть, если вы смешаете два препарата, вы получите уже гораздо более комплексное действие. Меня всегда удивляет, что очень часто смешивают там, ну, какие-то там, можно сказать, несовместимые микроорганизмы, да, смешайте вы там 5-6 штаммов свиной палочки, они дружат, они все родственники, да, только один любит рыбу, другой мясо, у них на пищевой конкуренции каждый действует на свой патоген, ну, это утрируя, да, если так говорить. То есть, соответственно, всегда можно увидеть, ну, вот такие вот, да, то есть, небольшая устойчивость. Вот смотрите, вот этот фитофтороз, он уже дорос, да, а кладоспора не доросла и не дорастет. У нее хоть и 2 мм антагонизм, да, но она не доросла. Там есть пустая щелочка, видите? То есть вот этот штамм неэффективен против фитофторы, но зато очень эффективен против кладоспориоза. Секрет. Но это вот механизм, да, видите? То есть фитофтора доросла, а кладоспорум вот с этой стороны, он не дорос. И пускай здесь не пол сантиметра, как там, да, не как в бактогене. Не, ну вот полосочка выросла, нормально. Вот. То есть, и вот, ну, речь идет, да, и вот посмотрите, как она, как под линеечку растет, да? Точно как под линеечку растет, на определенном расстоянии она остановилась. То есть они обладают, вот этот антагонизм, он тоже имеет определенные ограничения, в том смысле, что против чего-то работает, против чего-то другого не работает. К одному из таких, ну, недостатков, что ли, да, можно отнести еще, есть тоже, ну, просто разная активность, да, кладоспориоз подавляется лучше, это второй хуже, но подавляется и тот, и другой. Ну, так наука, да, то есть, мы, ну, наука ищет, отбирает, тестирует, смотрит, как это в полевых условиях работает, если все хорошо, то делает на основе этой биопрепарат и отдает производство. Какая еще проблема антагонизма есть? Утрата. Утрата способности к антагонизму. Вообще, вот эти вещи, антагонизм, он должен контролироваться на производстве и должен контролироваться очень тщательно. Ведь что мы отобрали здесь на этих чашках? Мы отобрали какие-то сверхактивные, сверхинтенсивные штаммы, да? И будем их вносить в окружающую среду, и будем их накачивать там и так далее. Когда мы начинаем их производить в идеальных условиях, благоприятных условиях, чтобы бактерии нарастали как можно лучше. А зачем им этот антагонизм в лабораторных условиях? Он им абсолютно не нужен. Они от него избавятся. Ведь любая функция чего-то стоит. Да, микроорганизмы в том числе. Ведь он должен потребить энергию, да, и потратить ее на этот антагонизм. И этот антагонизм будет у него поддерживаться в естественных условиях. А в лабораторных условиях он уже не хочет поддерживаться. Почему? Потому что он ему не нужен. Он от этих генов избавится, которые контролируют у него эту антагонистическую активность. И все. И на хорошем производстве это контролируется. Все еще штамм этот, да, эта синапсис, она все еще активна или она уже утратила свою активность. Если производство ведется качественно, то это очень тщательно контролируется, да. Если некачественно, то да, можно обнаруживать в препарате свиную палочку, и в огромном количестве можно ее обнаружить. То есть он как бы, ну, с точки зрения заявленного количества там этого живого начала, он все очень хорошо. Чистенький, все очень здорово. А активности уже нет. Антибиотики он уже не выделяет, потому что в процессе длительного культивирования это свойство штамм уже утратил. Поэтому здесь очень много зависит от производителя. Это же не химическое вещество, да, которое производитель произвел, там каким-то простым анализом определили концентрацию, как лекарство, да, как что-то еще, там, какой-то хроматографии, концентрацию определили, наличие определили, и все запутали. То есть оно там точно есть. А если оно там есть, там формула химическая, оно точно будет эффективно. А здесь живой организм, понимаете, он сегодня в хорошем настроении, завтра в плохом.
А надо, чтобы все время был хороший. Надо такие режимы культивирования подбирать, чтобы он был все время хорошим. Надо его держать в какой-то аскезе. А в аскезе держать тяжело, потому что он растает долго. Что сутки пройдет, а что такое двое? То есть в два раза дороже будет. Энергии же надо больше потратить, да? Работить там, занимать производственные площади. И вот эта вот проблема начинается. Начинается, что препарат есть, а активности нету. И могут производители обижаться, институты обижаться и писать злые письма про то, что там исследование показано, зарегистрировано, было, что активно и так далее, как было 15 лет назад. Люди, вы сейчас возьмите, поедете на завод, отберите и еще раз проведите все те же самые исследования. Получите ли вы те данные, которые вы получили при регистрации этого препарата, когда вы только там 15 или 20 лет назад начали его производить? Ну, то есть, да, это все большая проблема, как с сортами растений, да, когда селекционер выдает сорт, когда он уходит в испытания сортов, когда он со стандартом сравнивается, стандарт поддерживается в специальных условиях, чтобы не тратить свои свойства, о, сорт отличный, а когда уже 20 лет семеноводства в колхозе прошло, так там уже от того пшеницы сортовой уже хилый колосок остался, потому что, ну, это же целая наука семеноводства, понимаете, точно так же и здесь. Поэтому это, ну, такой определенный недостаток биопрепарата, да, потому что проконтролировать качество, вот действительно, вот, а все ли еще этот штамм обладает свойствами, ну, никто из вас не может, да, то есть я могу, там, какой-то исследователь может, ну, лаборатория может, тот, кто методиками этими обладает. А на самом деле, по итогу получается, что зачастую можно купить и пустышку, если производитель ненадежен, да, то есть на сегодняшний день интерес к биопрепаратам рождает необходимость развития не только производства, да, биопрепаратов, но и какого-то института, ну, института не в смысле учреждения, а в смысле каких-то действий, да, какого-то института контроля, который бы, ну, вот мы на общественных началах, да, контролируем, производители злятся. Ну, естественно. Да, если таблеточку положили, кроме мукора ничего не выросло, опять же будет производитель злиться. Ну, иди сам положи свою таблетку, точно так же в своей же заводской лаборатории. И посмотри, так там не надо из заводской лаборатории ходить. Добрый он на своих производственных площадях знает, что у него там кроме мукора ничего не растет в этих производствах. Да? Поэтому вот так. Ну, то есть, это что касается антагонистической активности. Поэтому очень важным моментом является вот что. Если вы используете семенную палочку в качестве биопрепарата, то при некоторой длительности воспроизводства в домашних условиях вы все равно должны возвращаться к исходному препарату в надежде, что он является активным. То есть, вот вы дома, ну, в экстремальном случае, ну, как бы, как экстремально, в крайнем случае, вы при наращивании, вы каждый раз должны брать в качестве закваски препарат из флакона. Купите флакон, поставьте в холодильник, налили определенное количество, нарастили себе, использовали его, а следующий вот не из этого, да, используйте как закваску, а уже из того, что у вас было во флаконе. Потому что, в отличие от грибов, отобрать нужное начало вы из этого флакона все равно не сможете. Они не визуализируются, эти микроорганизмы, да. То есть вы не можете, как в случае грибов, подцепить то зернышко, которое, на котором сидит именно триходерма, да, все вокруг мукоры. Не сможете так сделать. Поэтому остается лишь надеяться на производителя. У меня вообще такое ощущение, после того, как я поработал с этими биопрепаратами плотно и тщательно, что, ну так, может это будет сверхпатриотично звучать, но уже кроме белорусских препаратов я уже точно ничем работать не хочу. Потому что, потому что просто ну, я плохие слова не сказал. Ну, не всегда. Зачастую, да, не всегда, но нередко, да, то есть это не случайно, а потом все хорошо, да, а это из раза в раз. Потому что тема популярная, потому что продать можно дорого, а производство делать очень дешевым, а проконтролировать нельзя. Химического начала нет, которое можно проверить, что есть там это вещество или нет. Какой контроль, как это проверить? В лучшем случае проверить наличие этих микроорганизмов. И то невозможно проверить. Не подлежит этой сертификации, да, обязательно. Вот что произвел завод, то и покупаете. Это же не лекарство от болезни пить. Поэтому это проблема.
Просто стимулирующие эффекты, да? Просто стимулирующие эффекты, в общем-то, тоже достаточно хорошо выявляются в лабораторных условиях, на проростах, там, в горшочках, в вегетационных сосудах, еще как-то. Ну, и, к счастью, они хорошо, эти ростостимулирующие эффекты, они определяются в том числе наличием гормонов. Да, ауксиновой природы, там еще какой-то. Те же гетероуксины, да, ну то есть разные ауксины синтезируются самими микроорганизмами. Их можно в лаборатории померить, можно отобрать микроорганизм, можно, соответственно, его использовать в качестве основы для биопрепарата. Там на картинке просто, видите, показана кукуруза одна и та же. Вот там сзади контрольчик, а спереди это как раз стимуляция. То есть на самом деле испытываешь некий такой экстаз, да, научный, когда ты приходишь в очередной раз в лабораторию, да, открываешь, и смотришь на чашечки, у тебя там стоит 30 чашек с повторностями, да, и один и тот же штамм, там в 4 повторностях, например, и у тебя чашки уже подняты, да, стеклянные чашки, они уже на боку лежат. А почему? Уже за неделю уже проростки так выросли, что уже эту чашку скинули на бок, понимаете? А остальные просто, да, вот ты их открываешь и видишь, что о, вот тут уже ты что-то очевидное выловил, выявил, и уже можно с ним дальше работать. И понятно, что все, о чем мы говорим, по ростостимуляции, ну, таким или иным способом, на проростках, там еще каким-то образом оно выявляется. Конечно, основная ростостимуляция, она через корни, потому что как раз в корнях синтезируются те гормоны, которые потом транспортируются в меристемы, да, то есть вот эти клеточки, которые в конусе нарастания находятся, и заставляют их активно делиться. Поэтому действуем на корни, а эффект у нас на надземной части, на верхушке. Ну, это я всегда удивляюсь. Слушайте, ноги промочил, горло заболело. Где ноги, а где горло, да? Ну, здесь та же самая история. То есть на корни действуем, корень поливаем, а воздействует оно на рост надземной части в том числе. Некоторые бактерии, в том числе псевдомонас путида и другие псевдомонады, обладают свойством синтезировать такое ценное вещество, как пиавердин. Он здесь под ультрафиолетом он флуоресцирует, да, светится необычно. Таким вот сиянием, прям таким сиянием синим. Это вещество, которое связывает железо и делает его недоступным для других микроорганизмов. Это конкуренция, да. При этом оно остается доступным для растений и для самих псевдомонад. То есть это просто забрал и никому не дам, да, а по железу все очень сильно зависимы. Если железа не хватает, и растения страдают, и микроорганизмы страдают многие и так далее. Поэтому такие хитрые бактерии. Плюс этот пиавердин — это антибиотик финазинового ряда. То есть это такой особый класс антибиотиков специфических, и вот он хорошо очень подавляет и рост бактерий. Надо напомнить, что против бактериальных болезней у нас, кроме биологических препаратов, нету ничего, что было бы зарегистрировано и разрешено. То, что бактерии подавляют антибиотики, а антибиотические препараты в сельском хозяйстве, в растениеводстве, в животноводстве туда, а в растениеводстве запрещены. Потому что к антибиотикам достаточно быстро, ну, пенициллинового, трициклинового и так далее, те, которыми мы лечимся, очень достаточно быстро возникает устойчивость в популяциях этих микроорганизмов. Поэтому нет смысла ими пользоваться. Хотя я знаю, что в Штатах, ну, собственно, все знают, что там, где выращивают много яблок, в таких странах, где это не запрещено, там антибиотики просто летают в воздухе везде и всюду. Вот. Но я категорически не рекомендую этим пользоваться. А вот микробиологическими препаратами, да, потому что они, кроме как активностью от грибов, обладают также активностью, обладают против фитопатогенных бактерий. То есть не только эти микозы, но и бактериозы растений придержите этими препаратами. Ну, в том числе нету. То есть если не устойчив, то не устойчив, то устойчив. Если нет, то нет. Ну, по крайней мере, ну, я не встречал, скажем, в литературе, что популяция там рвений, ну, условно говоря, была устойчиво, а там через 5 лет после применения, там, в течение 5 лет, вдруг оказалось, там какие-то варианты устойчивы. То есть механизм слишком древний, вероятно, да, для того, чтобы к нему появилась устойчивость. Но есть патогены, которые устойчивы изначально. Не то, что они приобрели устойчивость, просто этот механизм на них не действует в принципе.
Но на самом деле и среди химических средств защиты растений есть такое, что на этот патоген действует, на этот тоже не действует. Потому что химия тоже не стоит на месте. Химики тоже стараются сузить спектр действия и действуют только на целевые микроорганизмы. Поэтому это и биологических средств защиты касается, и химически синтезированных, что кто-то устойчив, а кто-то неустойчив. Ну, хлорелла, да? Упс. Давайте перейдем к хлорелле. Хлорелла – одноклеточная водоросль, растение. Ну, зелененькое, да? Как любое растение обладает хлорофиллом, требует для своей жизни освещения. Чем больше света вы туда дадите, тем активнее она там будет развиваться. Она неподвижная водоросль, поэтому постепенно, по мере ее развития, она будет оседать вниз. Поэтому емкости, где вы выращиваете хлореллу, вы получите каждый образец хлореллы, хороший, активный. Их надо периодически взбалтывать. Кроме того, взбалтывание способствует газообмену. Если микробчикам кислород нужен очень сильно, углекислый газ надо из этой системы удалять, то хлорелле нужен преимущественный кислород. Нужен преимущественно углекислый газ, потому что она его использует в процессе фотосинтеза для синтеза питания, да, питательных веществ, там, углеводов в первую очередь. С этого начинаются все пищевые цепочки. Да. Мы видим растения, животные едят растения, мы видим животных и так далее. Поэтому ей надо обеспечить обязательно периодическое взбалтывание и периодический газообмен. Когда вы взбалтываете, даже вот я здесь этот стаканчик, который постоял на этом скудном свете, и то вы можете видеть, как уже выделяется хорошо кислород. Видите, тут на поверхности пузыречки. Вот здесь, ну вот, да, вот так вот пузыречки здесь в то время, ну, чуть подслеповатый цвет, ну, видно, да, видны, я чуть-чуть поболтал, уже кислород оттуда улетел. То есть из этой системы надо периодически убирать кислород и насыщать углекислым газом. Очень здорово. У кого-то нет времени на комнатные растения, да? У кого-то аллергия там на почву, там еще на что-то и так далее. Поставьте красивые стеклянные емкости, да? Заселите туда хлореллу, расставьте ее по подоконникам, подливайте туда периодически водичку. Будет она прекрасно поглощать углекислый газ и выделять кислород. А надо сказать, что многие люди на самом деле, ну тут баня не так давно статья была, да, ходил человек и мерил в коттеджах содержание углекислого газа, да, что содержание углекислого газа в помещении без хорошей вентиляции существенно превышает какие-то разумные нормы, да, человек устает, у человека кислородное голодание, голова болит, вялость, апатия и так далее, и так далее. Ну, расставьте в офисе, дома, еще где-то эти емкости. Периодически вылил оттуда, раствора свежего добавил, и опять оно нарастает, пузырится, кислород выделяется, вы им дышите. Все очень здорово. Пластики можно без проблем. Вот. Другое дело, что чем прозрачнее емкость, тем лучше. Да? Потому что ну, пластик может быть мутный, и он будет скрадывать свет. Да? А если это чистое стекло, ну, то тогда будет очень хорошо. Значит, кипяченое. Да, кипяченое. Вот сейчас расскажу. Воспроизвести хлореллу не составляет никакого труда. Это самое дешевое и простое среди всех биопрепаратов средство. Значит, ей нужно что? Минеральные вещества. Азот, фосфор, калий. Ну, конечно, ей еще нужен кальций, ей еще нужны сульфаты, ей еще нужно много чего. Да? Но мы же используем питьевую воду, а не дистиллированную. И в питьевой воде, особенно если она жесткая, там и магния, и карбонатов, и кальция, и каких-то сульфатов вполне достаточно. Если вы беспокоитесь о том, достаточно ли там солей для развития хлореллы, хотя ну вот мой опыт показывает, что обыкновенная вода из-под крана вполне обеспечивает ее всеми необходимыми солями. Ну, по крайней мере, для выращивания в бытовых условиях. Понятно, что в промышленных условиях там очень тонко подбираются все условия, потому что там деньги, да, там надо за минимальные затраты произвести как можно больше биомассы. Но у нас другая задача, мы же не кур будем кормить, да, ею не продавать. То есть у нас пусть не неделю растет, а пусть три растет, но
Куда мы спешим? Никуда. Поэтому произвести ее очень легко. То есть берется любое удобрение. Я пишу всегда везде Белвита, но это условно, да, Белвита. Это в том смысле, что ну, жидкое удобрение для цветов. Вы можете полихимовские взять удобрения, это тоже очень хорошее. Я очень люблю полихимовские удобрения для цветов, даже в каком-то ролике у меня они были. На них тоже микробчики хорошо растут. Белорусские наши, между прочим, по-моему, даже в Академии наук эти формулы были сделаны, составы этих удобрений. По инструкции разводите это удобренице. Все очень, даже я вот сюда разведу, чтобы было лучше видно. Кипяченая. Почему лучше кипяченая? Потому что все-таки водопроводная вода, хотя она и хлорированная даже, да, все равно она какое-то количество микроорганизмов безопасных содержит. И, конечно, мы должны, как любой биопрепарат, запускать в производство свое домашнее с максимальным соблюдением асептики какой-то элементарной. Да? То есть посуду надо вымыть, можно кипяточком обдать. Почему? Потому что хлорелла будет расти, клеточки будут делиться, но будут и отмирать. Да? Может осадочек постепенно образовываться из оболочек этих клеток. Это все нормально, все хорошо. Но на эти растительные остатки будут находиться обязательно охотники в виде бактерий, в виде дрожжей, в виде грибочков каких-то. Да? И если вы изначально создадите хорошие чистые условия, то тогда она начнет там активно размножаться, будет создавать хорошую конкуренцию. Ведь она приспособлена жить в грязных лужах, да, в стоячих водоемах хлорелла. И у нее такой мощный арсенал антибактериальных, антифунгальных и прочих самых активностей, да, она должна бороться за место под солнцем, иначе она же первый, да, кто синтезирует углеводы, а на эти углеводы очень много охотников. Именно поэтому она очень быстро размножается. Она синтезирует много антибиотических различных веществ. Именно за это мы ее любим. Да, за то, что она вот такая. Если растения проходят фазы, да, различные в гормональном отношении, в начальной фазе, но в фазе проросту, вообще колоссальное количество ауксинов растения синтезируют, гормонов роста. То же в фазе плодоношения она их практически не синтезирует. Ему уже нужны совершенно другие гормоны. Ну, с человеком что-то такое похоже, да? Доподростковый, подростковый период и так далее, гормональные фоны очень меняются. Хлорелла у нас бессмертная, можно сказать, потому что она не стареет. Она может умереть, клеточка эта, да? Но у нее нет старости. Она поделилась пополам, потом опять поделилась. Поэтому эти гормоны у нее там бушуют со страшной силой, она все время молодая. Поэтому если мы используем эту суспензию хлореллы для замачивания семян, чтобы пробудить их, да, дать им больше потенциал к жизни, для обработки корней при пикировке, для пролива, для опрыскивания и так далее. Мы и антибиотические вещества вносим, мы и просто стимулирующие вещества вносим. Собственно говоря, это два главных назначения хлореллы. Кроме того, если мы даже поливаем суспензии хлореллы, хлорелла синтезирует значительное количество белка. Белочек из этих солей, да, он возвращается в органическую форму. Почву подхватывается микроорганизмом, минерализуется, отдается растениям. То есть еще мы и подкармливаем немножечко микрофлору. Как любые средства защиты биологические, да, ну, я добавляю примерно раз в 10 дней в поливную воду. В принципе, хватает. Хватает, что если вы видите, что ваше растение желтенькие, хиленькие, слабо растут, вот что-то им плохо, да, вы делайте раз в 5 дней, добавляйте в каждую поливную воду, не проблема, да. То есть плохо не будет, будет только хорошо, но плохо не будет точно. Надо разводить, конечно, потому что, ну, вот сама суспензия хлореллы, вот такая вот, да, густая, ну, вы можете ею поливать, но наше удобрение содержит в конечной концентрации, то будете фактически поливать каждый раз с удобрением. Возьмут эти томаты и зажируют. Тоже ничего хорошего в этом нет. То разведение 1 к 100, вот, ну, это же условно. Вот смотрите, я сюда влил, да, вот у меня была плотная культура, да, добавил удобрение.
Все, да, больше здесь ничего не надо. И оставил на подоконнике. И она будет расти. Но ведь у меня был вот такой объем, я его превратил вот в такой объем, да? У вас оно выросло лучше, у вас хуже, у вас так, у вас эдак, да? Как можно сказать, сколько именно надо? Да, кому-то, у кого поплотнее культура, да, темно-темно-зеленая уже, как болото, там плотная культура, кому-то покажется, что уже достаточно. Но, как правило, 1 к 100 является хорошей концентрацией. Меньше уже плохо, вы уже имеете шанс не получить хорошего эффекта. А если у вас постояла недельку-две вот такая вот культура на хорошем освещении, то 1 к 100 будет хорошей концентрацией. Желательно нагревать. Желательно нагревать. Потому что, по сути, живая хлорелла нам не нужна на растении. Это не бактерии, которые там будут приживаться, или не бактерии, или грибы, которые колонизируют почву. Да? Нам нужно то, что она насинтезировала в жидкость, и то, что внутри нее находится. А извлечь вот то, что внутри нее, сложно достаточно. Да? То есть растения это точно не извлекут. Оно будет лежать на поверхности, ждать, пока туда микробчики нападут. Когда микробчики напали, они сами все съедят. А нам надо, чтобы сразу все подействовало на растение. Поэтому до 60 градусов, до парения, не кипятить, конечно, ни в коем случае. Но вот до первых признаков парения, конечно, ее лучше нагреть. Нагрели в маленьком объеме, тут же разбавили, тут же пролили. И нет проблем. Ну, знаете, вы же, ну, вы, например, не 10 литров не нагреете, да, воды до 60 градусов, потом туда добавить, да, там 100 миллилитров на ведро этой хлорелы, а потом ждать, когда остынет. То есть мне проще на плите стоит, или там микроволновки, ну, на плите лучше, потому что микроволновки трудно контролировать и закипело, да. А на плиту поставил, чуть-чуть, вот горячее стало, выливайте и все, и уже готово. И оно сразу холодное, уж прохладную воду налили. И поливаете, то есть поливаете, опрыскиваете, дождевание делаете. Вот здесь ее подкармливать уже не надо, не нужно. Вот она здесь должна дорасти. Но я отсюда отолью и сюда раствор долью. И она опять будет здесь нарастать. Пожалуйста, если вы хотите все время иметь хорошую плотную культуру, ну то просто заведите себе 3 банки, да, из одной отливаете, 2 остальные растут. Потом из второй отливаете, потом из третьей. В конце концов, в домашних условиях это можно превратить в какой-то элемент декорации, да, на подоконнике. То есть, ну, не обязательно в 3-метровом баллоне это растить. Можете сделать что-то, ну, Неманское стекло выпускает красивые цилиндры там какие-то, да, из стекла декоративного, еще что-то. Почему бы нет? Это можно сделать каким-то элементом и декора тоже. Но да. В принципе, закрывать особо ничем не надо. Чем больше площадь газообмена, тем лучше. Единственная проблема, которая может возникнуть, ну туда же что-то летит, да, налетает. Я сверху затыкаю марлевой пробочкой, да. То есть марля пропускает, ну, конечно, бактерии пролетят через эту марлю вообще без проблем абсолютно. Никаких препятствий. Там для каких-то спор грибов, может быть, там немножко зацепится. Но вы можете оставить и просто открытым, вообще вот просто в открытой посуде, в 3-литровой банке, там еще в чем-то держать. Не проблема. Сильно туда грибы, так чтобы они там уже вот прям начали мицелием расти, как чайный гриб, не летят туда, не нарастут. Если она вот так вот внесена туда, да, 1 к 10 исходно внесена в какой-то, то оно прекрасно там будет жить. Даже 1 к 100, если вы изначально разбавите, вот там такие пензюрочки получите по 20 мл. Вот если вы в пол-литровой банке это сейчас разведете, домой придете, и прекрасно она там начнет разводиться, без проблем. Хлорелла совсем совместима. Единственная проблема какая? Надо готовить все очень быстро и сразу же использовать. Потому что если оно у вас сутки постоит на хлорелле, то у вас и бактерии, и грибы с огромной радостью съедят все, что хлорелла таким непосильным трудом добывала у вас в этой банке. Да? Поэтому то есть вы можете это все смешать и сразу же внести. Но не держать долго, потому что все-таки это питание, да, для многих и большинства микроорганизмов.
С хлорелой? Да. Желательно ничего. То есть все-таки хлорелу лучше саму по себе, потому что она и в почве встретит тех, кто начнет ее быстро есть, и везде, и всюду. И надо, чтобы в большой дозе ее в такой внести, то есть обильно проливать, обильно дождевать, для того, чтобы она, чтобы пока там все поедят микроорганизмы, чтобы еще и растениям тоже досталось. Еще раз. Будильник не содержит достаточного количества минеральных солей. Самые главные минеральные соли, которые хлорелла должна... Ведь если вы нальете просто водопроводную воду и поставите ее на подоконник, то она тоже зазеленится. Но это будет очень долгий, медленный и ненадежный процесс. Она просто съест там нитраты, которые были в водопроводной воде, и становится на этом рост. Самое главное, что ей надо, это нитрат. Конечно, в будильнике есть какое-то количество глицина, да, маленькое очень. Это обязательно какие-то микробчики там будут. И здесь они тоже есть, бактерии. Они этот глицин минерализуют до азота, до аммония. И на этом аммония, но там их очень мало. Ну, то есть, это не ее среда. Как бы. Там, конечно, есть то, что постимулирует хлореллу. И тот же сам по себе глицин, и витаминчики какие-то. Это все хорошо и для хлореллы тоже. Как и для любого растения. Но в семенах есть семидоли, да, у однодольных эндосперм, которым они питаются, а у хлореллы там питаться нечем. Стимульнуться она стимульнется, но питаться она будет ровно столько, сколько было ей в водопроводной воде. Если из колодца брали воду, если, слава богу, он возле животноводческого комплекса, то расти она будет долго и счастливо в этой воде, потому что там нитратов полно, или, извините, если из сельского туалета, да, подтекает в этот колодец, то тоже там будет все. Хлорелла будет здорово расти. Вот. А если это все-таки водопроводная вода городская, то с этим могут быть проблемы. Да, да, есть и другие зеленые водоросли, ну та же квинтеполия. Ну, это ролики будут. Это не, я вам сегодня продавать не буду, поэтому. Да. Нет. Нет. Вот специально писал, что питание здесь свет. Она питается светом, понимаете? Ей ни соль не надо, ей ничего. Ей только вот эти минеральные удобрения нужны. И все. Больше ничего не надо. Нет. Если не засолили, да, то есть есть водоросли, которые тоже очень ценные, которые растут в рассолах солевых, да, делюнела какая-нибудь, она еще каротиноидов много выделяет, вообще классная штука. Но бишофизия буквально растет. Но ее очень сложно выращивать с целью растениеводства, потому что такие концентрации солей растения плохие. Но если вы на литр кинули щепоточку соли, полграмма, да, то никакого, ну, она не умрет там от этой солености. Но я просто тоже минимизирую требования. То есть вот при вот таких минимальных требованиях все хорошо. Органики, чем меньше здесь органики, тем лучше. Потому что на органике будут расти конкуренты. Грибы, бактерии и так далее. А здесь ей конкуренты не нужны. У меня была когда-то идея, будет ли хлорелла расти, если я наберу сахар туда ахну. На сахаре вырастут дрожжи, дрожжи выделяют углекислый газ. И на фоне этого углекислого газа хлорелла должна расти как сумасшедшая. Но не все так просто, ничего не вышло. Потому что повышается кислотность, хлорелла этого не любит. Поэтому все-таки я пришел к выводу, что надо ее растить отдельно от всего, с минимальной вот этой контаминацией другими микроорганизмами, и тогда будет все в порядке. Если она в стекле находится, ей абсолютно не страшны. Знаете, у нас был прямой эфир, и возле меня стояло, я про хлореллу когда рассказывал, это освещение, да, на меня светил такой прожектор огромный, и меткая вот эта колба с хлореллой моя стояла, зеленая. Так она к концу эфира бурлила, эта хлорелла, уже просто из нее пузыри шли, потому что свет такой яркий был на нее, она просто вся булькала абсолютно. То есть она этого не боится, она любит тепло, потому что вот этот диапазон от 15, это минимальный, при более низком она расти не будет. А вообще она любит тепло. Очень любит тепло. Если вы делаете 30 градусов, ну то греть ее специально не надо. Но она не боится этого. И 30, она в хорошо прогреваемых стоячих водоемах, в лужах может расти. Они иногда прогреваются так, что ногу
засунуть, да, и кажется, что горячо, если по летнему времени, то она выдерживает даже такие температуры. Но вот это такой, это не оптимум, но нормальный разумный диапазон. То есть, если она у вас на подоконнике, и вы дотрагиваетесь, и она, опа, холодная, но это не надо панику вбиваться, да, то есть, если она просто на ощупь холодная, то там градусов 15-18 есть, если жидкость кажется холодной. Вот, то есть, нормально она будет расти. Ну, и вот до таких пределов. То есть, на 30 она не помрет, но греть не надо. Иногда же напишешь 30, о, 30, значит, надо еще там чем-то подогревать, какие-то танцы с бубнами. То есть, я уже стараюсь аккуратно говорить об этих цифрах, чтобы не смещать людей. Вот. Нет. По инструкции. Они все разные, надо по инструкции. Из водоема не пойдет, потому что в водоеме там такой букет всего остального, да? То есть вы вместе из водоема принесете и грибы, и бактерии, и микроорганизмы, другие, бог знает что еще. Поэтому лучше воздержаться. Бутилированная, как правило, бутилированная, хотя она освобождена от хлора, да, бутилированная вода не хлорируется никогда, но в ней может быть мало минеральных солей. То есть вам тогда еще чего-то надо добавить. Сульфата магния чуть-чуть, да, щепоточку, там соды капельку, потому что карбонаты какие-то нужны. Там, ну, они могут немножечко соли жесткости переходить в нерастворимую форму, но на это растворить. Ничего страшного. По мере того, как. Ну, будет же выделяться углекислый газ, да, вернее, там будет ночью будет выделяться углекислый газ. Она же ночью дышит, днем кислород, а ночью углекислый газ. Но кислорода больше. Она поглощает углекислого газа больше, чем выделяет ночью, поэтому суммарный баланс в пользу кислорода. Поэтому за ночь оно будет подкисляться чуть-чуть, углекислый газ будет накапливаться в растворе. И она, соответственно, будет эти нерастворимые карбонаты приводить в гидрокарбонат, они будут постепенно растворяться. Поэтому то, что там накипь, осадок, там попало, ничего страшного. Она все свое возьмет. Лучше всего ее поддерживать в живом состоянии. То есть она так месяц может простоять, и ничего не сделается. Абсолютно. На свету поставьте на свет, обеспечьте газообмен, она будет месяц так стоять, а то и два, без проблем. Сделайте свежий растворчик, булькните из этой бутылки десятую часть туда и поставьте снова, она снова там будет нарастать, а эти цветочки комнатные полейте. Или просто поставьте там в темноту через месяц и будете использовать его уже в качестве исходного препарата. Хотя, конечно, чем активнее она растет, тем больше там активных метаболитов. То есть надо, чтобы она бледнеет. Ну, конечно, она бледнеет, света нет, она теряет хлорофилл. Нет, она может умереть. Может умереть. Можно держать ее в холодильнике, можно. Она тогда не умирает, она замирает. В принципе, мы даже держали пробирки, она же и на плотных средах растет. Тимофей есть здесь. Тимофей, принеси пробирки с хлорелом. Ну, просто для интереса. И она в холодильнике у нас в этих пробирках и месяца два сохраняла свою жизнеспособность. Нет, она замирает, она просто там... Ну, смотрите, давайте проведем аналогию. Лужа замерзла зимой, да, снега на нее навалило. И сколько так и длится? 4-5 месяцев, да, период, когда неблагоприятный для развития хлорил. И что там делалось? Ничего не сделалось. Что важно? Чтобы температура была низкая. Понимаете, то есть если будет высокая температура и темнота, то она помрет. А если низкая температура, она просто замрет. И все, и ничего не сделается. Она поддерживается на плотных питательных средах, как и микроорганизмы. Колонии дает тоже, зелененькие такие, все, все замечательно растет. И в холодильнике у нас хранится дом. Глиокладин, да, триходерма. Значит, ну, в принципе, я так думаю, что все сидящие здесь про триходерму уже хорошо, про глиокладин знают, про спектр активности триходермы знают. Могу только сказать, что, конечно, кроме триходермы хрицианум и виридис, еще триходерма канинги используется и триходерма полиспора. Ну, у нас на нашем рынке, в смысле, ну, не на базаре, да, на рынке препаратов для защиты растений, канинги и там и другие, они еще не встречаются. Хотя, на самом деле, триходерма это не только там какая-то одна триходерма, да, то есть они бывают разные. Аналогичные препараты
Могу сказать так. В рамках одного вида триходермы, терцианум или там вириди, мелигнорум, можно найти штаммы, которые будут как райское яблочко и супер-пупер яблоко вот такой вот величины из Аргентины, да? И то, и другое яблоко, но ничего общего между ними нет, да? Точно так же различаются штаммы микроорганизмов по своей активности, по своему назначению какому-то, еще по чем-то. Иногда внутривидовое разнообразие шире, чем межвидовое. То есть внутри вида можно найти гораздо большее разнообразие, чем какие-то дикие варианты видов, которые отличаются друг от друга. Я могу только сказать так, что да, триходерма вирида и триходерма лигнорум в большей степени обладают активностью разложения целлюлозы. А триходерма херцианум, она в большей степени обладает антагонистической активностью. То есть у триходермы херцианум, вот у нее как бы специфический антагонизм, а у триходермы вириды она просто быстро колонизирует и все съедает вокруг себя. Да? Но кроме того, она еще может сформировать микоризм. У херцианум тоже может сформировать микоризм. Поэтому вы здесь убиваете нескольких зайцев. Как правило, штаммы триходермы дружат друг с другом. Поэтому вы можете использовать разные препараты триходермы совместно. Вот сегодня вы получите два штамма триходермы, один вириды, один херцианум в одном флаконе. Да? Они хорошо дружат, прорастают друг друга и не конкурируют. Можно найти штаммы триходермы одной и той же, те тоже вириды. Один будет медленно расти, второй будет очень быстро расти. Да, понятно, что один тогда будет подавлять другую. Ну, микробиологи подбирают гармоничные штаммы и соединяют их тогда в одном препарате, если такая необходимость нужна. Ну, вот мы сейчас соединили вам в таком домашнем препарате два штамма, ну, чтобы у вас было и то, и другое. Поэтому, если вы хотите ускорить компостирование, и если вы осенью хотите внести препараты для того, чтобы побыстрее разложились растительные остатки, на которых могут быть остатки патогенов, то тогда используйте лучше триходерму вириды. А для опрыскивания, для наращивания мицеллярной массы в жидкой фазе, для того, чтобы получить тоже жидкие препараты активные против болезней, для проливов, там, для опрыскивания и так далее, то лучше использовать вот этот штамм херцианум, как раз, который из глиокладина. Только бы его добыть, понимаете, оттуда. Статьи есть на эту тему. Хотя, конечно, что касается вот фитофтороза и лозно-мучнистой росы, вот этих ооминицетов, таких достаточно специфических организмов, против них вообще сложно найти. Хотя, вот видите, семенная палочка работает и нормально работает. Триходерма тоже работает. Но для нее точно так же есть штаммоспецифичность. То есть вот в отношении глиокладина, да, корневые гнили, увядания нету здесь ни фитофтороза, ни чего-то еще, да, такого. Поэтому, ну, как правило, если производитель не заявляет, ну, он или не испытывал, или там нет активности. Что касается этого штамма в отношении томата фитофтороза, то я уже делал ролики и держал даже на искусственном инфекционном фоне, когда уже создал хорошую инфекционную нагрузку на растение и потом обрабатывал еженедельно вот этим штаммом, я удержал фитофтору. Даже я сказал, что не просто удержал, я ее даже искоренил. Ну, сам в руках я в отношении лозно-мучнистой росы не пробовал их еще. А, ну, публикации есть, но публикации, как правило, касаются не конкретного штамма, а триходермы в целом, что в каком-то институте где-то было получено, активность была показана и так далее. Не чашка, пробирка. Есть, Тимофей, на втором этаже в штативе пробирки стоят, и пробирки с хлорелом. Что не давали пробирки. На втором этаже, ну, пусть пройдется.
Можете заморозить, можете высушить, потому что споровая масса, да, но единственная проблема с сушкой какая? Ну, вы же должны это где-то расстелить, где-то эти споры должны полететь, да? Значит, я вам расскажу, как сохранить. Сейчас все расскажу. Как я придумал это делать, как я вам это делаю, и как я это делаю для себя, да, и порекомендую сделать то же самое для вас. Вот идет запись. Это про цветок. Можете похлопать человеку, который монтирует все ролики, да, и выкладывает их. Если он выложен не вовремя, это тоже к ней. Вот. Триходерма более-менее устойчива. Более-менее устойчива к кислой почве. Применение триходермы. Предпосевная обработка семян почвы в рассадный период после высадки рассады на постоянное место. То есть есть, соответственно, определенные режимы. Они, как правило, прописываются на этикетке. И вот можно, ну, соответственно, если вы покупаете препарат, то вы действуете согласно рекомендации производителя. Хотя у меня большие сомнения, да, то есть если бы эта таблеточка для гликодина содержала в себе огромное количество спор этой триходермы, то, может быть, рекомендации производителя и чего-то бы стоили, да, но она содержит колоссальное количество мукора и не содержит иногда триходермы вообще, поэтому вот на рекомендации производителя принять достаточно сложно. То есть, с моей точки зрения, гораздо надежнее вырасти дома, когда ты знаешь, что оно у тебя есть, столовую ложку этой триходермы, вот этой массы, да, которая у вас получилась, выболтать в ведре воды как следует, и дальше опрыскивать, проливать, там, делать все, что необходимо. Опять же, столовую ложку на ведро земли перемешал как следует равномерно, и вы, пожалуйста, высевай семена, высаживай рассаду. То есть для меня это гораздо более надежный способ, там, или обрабатывай семена, замачивай и так далее, нежели чем, ну, на сегодняшний день я хороших таблеток, так вот, чтобы, да, чтобы я его посеял на, не нашел, нашел, молодец. Вот можешь пустить по рядам, показать, как хлорелла растет у нас на плотных средах. Да, 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 да. Скажи, пожалуйста, там осталось ваше немножко. Заливайте свежий раствор. Да, заливайте свежий раствор. Значит, смотрите. Вот триходерма, да? Это фотографии реальные из жизни, из портала процветок.ком, там, где люди их присылали. Я вот соберусь силами, сделаю большой ролик по комментарию, где триходерма, где не триходерма и так далее и будет. Ну, вот смотрите, вот идеальная триходерма на зерне должна выглядеть вот так, да? Она темно-зеленая, почти черная. Ну, достаточно темно-зеленая. Это триходерма лигнорум. Но разные виды триходермы и даже разные штаммы триходермы обладают несколько разным оттенком вот этого инициэля и спороношения. Значит, вот фотографии, да, вот фотографии, ну, как-то не очень хорошо видно на экране, на компьютере наверняка видно гораздо лучше. Значит, вот этот вот белый тух такой, вот здесь вот, если видно, ну, не очень, мне, по крайней мере, не очень видно. Зеленое, как будто зеленкой накапано, да, вот такое вот зеленое. Вот оно замечательно выросло вот здесь. Почему оно не пошло наверх? Наверняка потому, что здесь зерно сверху подсохло. Просто триходерме не хватило влаги. Если банку накрыть, тут накапливается влага. Если банка осталась открытой, то оно подсохло. Вы можете регулировать влажность внутри. Накрыл тряпочкой, накрыл крышу сверху, просто на эту тряпочку, там крышечку какую-то, да, положил. Внутри капельки образовались, снял. Почему я не рекомендую полностью открывать? Ну, это же все-таки споры, да? Ну, ничего страшного в том, что это споры, нет, да, такого опасного особо. Но
Ну, все равно нехорошо, если они будут летать, там, если это уже превращается в какое-то домашнее производство в жилом помещении, то все-таки лучше это прикрывать. К тому же я точно знаю, что некоторые адски чихают от этих спор. То есть есть такая, ну, не то чтобы аллергия, там, отеки, там, еще что-то, ну, вот такая реакция в виде чихания на эти споры. Поэтому лучше все-таки чем-то закрывать, не оставлять открытым. Вот здесь вот я увидел, что вот здесь вот мукор, да, такой вырос, пушистый, ватообразный мицелий. Вообще мицелий у триходермы достаточно аскетичный, тонкий такой, он не растет ватой, да, такой сильный. Он как бы обволакивает эти зерна, да. То есть это вата, когда у вас вата получилась, то это, скорее всего, мукор получился, но не триходерма. То есть надо, что тут человеку надо сделать? Взять отсюда вот этот кусочек, да, стриходер, вывернуть это все, взять отсюда кусочек и пересадить. Понятно, что он пересадит и мукор тоже, но он триходермы будет больше, он просто получит какое-то преимущество, да, это триходерма исходная. То есть в исходном количестве ее надо внести много, а потом, когда она уже начала расти, и она уже всех поборет сама. Но в исходном состоянии она низкоконкурентоспособна, ее надо внести в каком-то первоначально более-менее чистом состоянии. Вот это, вот эти вот желтые островки, некоторые говорят, что очень похожи на метаризиум, это тоже триходерма. Тоже триходерма. Вот триходерма виридис может выглядеть более желтым, триходерма херцианум выглядит более зеленым, изумрудным. Но это тоже триходерма. Ну, совсем оранжевый, как апельсин оранжевый, это точно не триходерма. Это точно не триходерма. Какие-то там грибочки завелись. Вот смотрите, если вы хорошо все простерилизовали, зерно прожарили, а у вас там прет мукор, то у вас просто та же самая история, что и у меня, да, была на чашках Петри, когда я выложил таблеточки для аквадина, и ничего кроме мукора у меня там особо не выросло. Это очень похоже на триходерму. Хотя, конечно, но она такая подсохшая, там как бы влаги. Вообще она, конечно, должна быть более зеленая. Вот такая. Да, это вот хорошая. Это превосходная триходерма. Превосходная триходерма. Это оранжевая какая-то. Оранжевая это пока не триходерма. Это не триходерма. Это точно не триходерма. Да. Ну вот, значит, я за это. А это что? Это может быть верида вполне. Да, это верида. Вот она может быть вот такая вот оранжевая. Верида. Даже внизу вот эта вата. Я сейчас расскажу немножко. То есть... посмотрите. Вот эта верида и хорошая верида сверху. Потом. Вопросы потом, иначе мы до конца не дойдем никогда. Вот. А вот, да, триходерма. Ну вот это ваш случай как раз. Вот этот. Вот это вот как раз тот случай, который вы сейчас будете видеть в банке. То есть это хорошая триходерма верида получилась. То есть это разные оттенки желтого. Вот на жидкой фазе из глиокладина у человека выросла триходерма. Превосходно выросла. Можно только порадоваться и позавидовать, что здесь такая хорошая масса. А триходерма в разных условиях может давать разный тип мицелия. А она может давать белый мицелий до тех пор, пока ей хорошо и она не на воздухе. И она будет давать окрашенный спороносящий мицелий, как только она вышла на воздух. Да, как только она стала контактировать с воздухом, она будет давать хорошее спороношение. Поэтому в жидкой фазе всегда спороношение будет только на поверхности. А внутри у вас будут тяжи, шарики такие беленькие болтаться, что угодно, да, но это будет просто мицелий. Да, но это будет только белый мицелий. Поэтому вот в вашей ситуации у вас внизу как бы получился, это как подводный, да, мицелий, ей воздуха не хватает,
А наверху, там, где кислорода достаточно, она начала спороносить. Ну зачем ей спороносить, если летать невозможно, да? Если лететь с этим спором некуда. Что любит, ну вот здесь, да, вот это не триходерма была. Вот это триходерма, берегись, получилось. То есть вот это надо взять ложечкой и пересадить. А тут какой-то, ну оно даже тут не зеленое на самом деле на фотографии, если смотреть, там какой-то пенициллин, какая-то ерунда выросла. Смотрите, если бы вы все имели вот такой триходермин, вот с этой споровой массой, колоссальной, огромной, у нас бы с воспроизводством препарата вообще никаких проблем бы не было. Проблема только в том, что у нас в городе Минске вот такой вот препарат продается, да, ну, производитель производит килограммовой пачкой, да, тоже килограмм. Слава богу, на каком, где? Ну, они, благо, фасуют по 300 грамм сами, из этого килограмма они фасуют по 300 грамм. Лигнорум. Да. То есть вот из такого то есть все наши беды и проблемы, да, что такой он, не такой, это не потому, что мы грязнули, да, не потому, что там это невозможно сделать, а потому, что у нас закваски нету. У нас закваска грязная, понимаете, если вы возьмете молоко с навозом и захотите из него сделать простоквашу, вы тоже не сделаете. Но потому что для того, чтобы сделать вкусный молочно-кислый продукт, надо иметь хорошую исходную закваску. А иначе может получиться и горькое, и вонючее, и бог знает какое. То есть это проблема, да, проблема производителя. То есть нам пока надо добыть хорошую закваску. И благо в Минске производится эта хорошая закваска и даже продается. Поэтому ее можно достать. Требования культивирования. Триходерма предпочитает, как и все грибы, скорее кислую среду. Скорее кислую. Бактерии предпочитают слабощелочную. А грибочки могут, ну, нейтральную и скорее кислую. То есть кислота не страшна. Что она ест? Она ест целлюлозу. Она ест сахара. Она ест органические кислоты. Она ест крахмал. Конечная концентрация сахаров до 20 грамм сахара на литр. От 5 до 20. Ну, до 20. Знаете, выше она уже будет испытывать астматический шок. Да? То есть это тоже не тот случай, когда чем больше вы туда набросаете сахара, тем будет ей вкуснее. Вы получите компот, который законсервируется, и все. Ей обязательно нужны минеральные соли. Ей нужны нитраты, ей нужны аммониевые соли, ей что-то надо, чтобы производить белок, там, ну, все, что ей необходимо, и прочие соли. На чем можно выращивать? На отрубях можно выращивать. Отруби содержат значительное количество крахмала, значительное количество минеральных веществ, значительное количество целлюлозы, да, тоже питание. Вы можете выращивать на овсяных хлопьях без проблем, на любых других зерновых хлопьях. Почему все говорят отруби, отруби? Но то, что подразумевается, что такая же пачка отрубей должна быть там в 5 раз дешевле. Но у нас в магазинах почему-то она дороже. Да, почему овсяные отруби дороже, чем хлопья, да, овсяные? Ну, парадоксы жизни, непонятно. Но почему-то так происходит. Поэтому я вроде как отруби, ну, подразумеваю, что это подешевле. А на самом деле получается подороже. Понятно, что если вы ей дадите больше питания в хлопьях, то она еще сильнее обрадуется. Вы можете использовать перловую крупу. Вот тот триходермин, который я показывал на картинке, который в мешочке, он на ячмене выращивается. Хорошо выращивать на пшенице. Ну, перловка, как в общем тоже достаточно дешевый продукт, вполне подходит. Вы можете использовать муку без проблем. И в качестве сладкого, если вы выращиваете в жидкой фазе, ну, самый обыкновенный сахар. Ну, конечно, глюкоза может лучше, вот у меня фруктоза есть, можно даже в магазине купить, не проблема, да. Но обыкновенный сахар, она его прекрасно потребляет. То есть в жидкой фазе это стандартный раствор минеральных удобрений плюс сахар. Она достаточно аскетична, она все себе построит сама на минеральных солях. А в
такой вот фазе, в твердой плотной фазе, пожалуйста, можете выращивать. Ну, на кухонных остатках, на крупах. Выращивать можно также на капустном, картофельном, прочем овощном отваре. Там тоже все есть. И сахара, и минеральные соли, и источники азота. Все там есть. Если вы используете отвар от макарон, то только с добавлением белвита. То есть без сахара, то есть потому что там крахмал, да, вываривается, но с добавлением белвита. Потому что все-таки картофель содержит массу минеральных солей разных, и белок там есть, и все. А макароны все-таки они победнее по своему минеральному составу. Отвар от круп, пожалуйста, можно. Можно использовать, да. Но просто когда речь идет не о цельной крупе, а об отварах, то все-таки лучше туда немножечко минеральных солей добавить. Триходерми не обязательно. Ну, вообще, если вы используете только белвита, то щепотку соли можно добавить, потому что ей и натрий, и хлор тоже нужен. Конечно, она какое-то количество найдет в водопроводной воде, но может ей быть недостаточно, поэтому щепоточку соли можно. Пожалуйста, можно. В принципе, она хорошо растет на чистом кофе, там, где все есть. Да, да, увлажнила туда. Ну, понятно же, что если вы добавите ей побольше минеральных солей, там будет побольше нитратов, она там взбодрится гораздо активнее, веселее. Если вы сделаете только, ну, она тоже вырастет, тоже минерализует. Значит, смотрите, на чем она растет, на чем я ее ращу. Вот у меня банка такая есть, да, гадкая. Я ее заселил триходермой. Значит, ну, не могу сказать, что оно неприятно пахнет. Значит, у меня здесь пороношения еще нет. Но здесь растет внутри очень характерный для триходермы мицелий. Аскетичный. Он белый, да, она еще в белой фазе, но он аскетичный. Вот смотрите, вот никакой пышноты здесь нету, да? Ничего пышного, да? Никакой ваты здесь нету. Ну, поближе к кислороду просто. Ну, не знаю, но сколько вам... Она нормально пахнет. Виниленькими апельсинами пахнет. Сейчас расскажу. Да? Ну, да. Значит, что важно? Вы должны получить хорошую плотную культуру, исходную, чистенькую, хорошую плотную культуру. На дно насыпаете отруби, например, да, заселяете туда чистенькую, хорошую триходерму, которую вот если вам досталась, нормальная, хорошая зерновая, она там укореняется, она там разрастается, а потом туда, пожалуйста, банановые корочки, хотите свежие, хотите высушенные, да. Я уже не смачиваю. А пакетики, пожалуйста, вместе с этой картоночкой. Вот вытерли салфеточку бумажную, тоже туда. Целлюлоза. Чистая целлюлоза. Да, она не содержит минеральных солей. Да, она не содержит источника азота. Но тоже туда кинуть можно. Корочки от апельсина. Пожалуйста. Сухарики. Корочки от хлеба еще лучше, потому что если салфетка содержит только целлюлозу, да, то корочка хлеба будет содержать все. Что важно? Важно, много не наваливать, то есть немножечко заложить, подождать, чтобы она заселилась. Потом еще заложить, еще чтобы заселилась. Это первое. Второе. Не давать там накапливаться влаги. Почему? Накопится влага, создастся анаэробная среда. Влага вытесняет кислород, да, воздух. Вытеснится кислород, начнут расти дрожжи. Будет пахнуть бродиловкой. А вот бродиловкой оно не пахнет. Грибы там есть ни пенициллом, ни затхлостью, да, ни чем-то таким, ничем она не пахнет. Да, периодически надо дать ей подышать. То есть я ее выращиваю под крышкой, и периодически там раз в три дня примерно я ее открываю, даю ей подышать. Открыл, дунул туда чуть-чуть, да, за обменчик, не сильно, чтобы оттуда не вылетели споры, да, немножко. Скажем так, если вы возьмете ведро с хорошо притертой крышкой, на кухню поставите, или где-то в веранде, ну, у каждого свои условия на эту тему,
И, пожалуйста, какие-то кухонные, не надо все, да, не надо рыбу там, не надо колбасу, не надо там еще что-то такое, да. А вот корочки, кусочки хлеба, остатки каши, пускай она даже влажная, да, остатки пюре картофельного, то есть остатки растительной пищи. Пожалуйста, туда можете сбрасывать. Но главное, не сбрасывать туда слишком мокрое. Кофе выпили, там гуща тоже есть. Чай выпили, вытряхнули туда, заварку, пожалуйста. То есть, и следите за тем, чтобы там не образовывалась избыточная влага. Если у вас избыточная влажность там, да, вы видите, что там на дне собирается какая-то влага, подсушили корочки, положили туда корочки. Эти корочки влагу забрали, влага сбалансировалась, все хорошо. Если вы видите, что вы положили корочки, но завтра открываете, они сухие, эти корочки, значит, там влаги мало. Да, можно немножечко добавить, можно водичку, можно, но опять же, вы влажный. То есть вы то сухое, то влажное, то сухие корочки хлеба, то свежие. Вы будете это регулировать, да? Выбросили влажную заварку туда, пожалуйста. Что важно? Все вот это, да, оно уже контаминировано грибами. И очень сильно. Здесь и пеницилл, здесь и мукор, здесь целые ботанические сады этих грибов, да, на каждой этой корочке находятся. Просто, когда вы исходно нарастили хорошую культуру, стартовую, чистую, то уже вот это то, что на нем, пока оно расчухается расти, уже триходерма там заселилась. Уже она там есть. И никаких проблем. Поэтому вы можете дома, можете на даче, можете в течение лета, можете в течение зимы понемножечку покормить. Если вы месяц туда ничего не будете бросать, что будет? Ничего не будет. Оно будет там расти месяц на тех остатках, которые там есть. А если 2 месяца, тоже ничего не будет. А если 3 месяца, тоже ничего не будет. Ну, высохнет постепенно. Вы же не герметично это все закрыли. Да? То есть, чтобы сам совсем. Да? Ну, подсохнет, образуется у вас хороший триходермин. Куда его потом девать? Хотите на компост, обогащенный триходермой растительной остатки. Хотите в гряды, да, перекопали. Вы триходерму внесли, компост такой вот уже внесли, достаточно богатый и так далее. То есть, главное, ну, не делать монопродукт туда какой-то не бросать, да, то есть если вы будете только банановые корочки бросать, а тем более апельсиновые, в них не так много питательных веществ, то есть еще банан неплохо, то что здесь у него крахмала этого много, всего на свете, да, много, она найдет здесь что поесть, а апельсиновые, там, мандариновые корочки, ну, они более голодные, да, для нее, то есть тут целлюлоза, ну, и сахаров не так много для хороших стартов, для обрастания. Ну, конечно, если это банка, ну, потрясли, да, закрыли, потрясли немножко, чтобы оно перемешалось. Если это ведро, ничего трясти не надо, оно там и так. Да, пластиковое ведро, контейнер какой-то. Ну, мне здесь важно, что если у вас находится на кухне, чтобы просто была хорошая крышка. С крышку открыл, закинул, закрыл. И все. Ничего не надо мешать. Ну, может появиться какой-то запах при очень сильном уровне разложения, да, всего этого. Но я ни разу не сталкивался с тем, чтобы он был там, ну, неприятный какой-то, да, слишком неприятный. Вот метаризиум в последней фазе, в крайней фазе своего разложения отрубей, он начинает подванивать немножечко, да, то есть чуть-чуть уже начинает пахнуть. А триходерма, ну, не пахнет она. Конечно, в производстве, когда делают такой триходермин, вот как на картинке был, там это зерно перемешивается, да, для того, чтобы равномерно зерно обрастало, чтобы кислород равномерно поступал и так далее. Но это же производство промышленного препарата, да, с хорошим типром. Но там, где не перемешивается на производстве, там этот мукор и растет, конечно. А вот там они перемешивают, все это хорошо делают на зерне, поэтому у них такое обрастание идет замечательно этой триходермы. Вот как выглядит триходерма Харциану. На чашечках Петри вот она растет. У нее есть и белые мицели, и зеленые мицели, да? Тимофей, пронеси по рядам. И триходерма вириде. Вот она такая желтенькая. У нее тоже есть и белые мицели, и желтые мицели. Именно потому я сказал, что это вот прекрасно, очень хорошо. Пронеси по рядам, покажи.
открывай что-то. Просто... Не, не открывай, туда же налетит, и туда налетит, и оттуда налетит. То есть, если оттуда налетит, нам все равно останется. Конечно, на питательных средах она закрывает достаточно быстро всю поверхность. Конечно, к корочке она так быстро обрастать не будет. Но все равно будет. Все равно будет, все равно будет нарастать. Все равно будет здорово все. Нетаризин. Ну, про нетаризиум у нас были выпуски, не один выпуск. Это хищный гриб, который пробивает, имеет механизмы разрушать покровы насекомых, проникать внутрь, прорастать. Особенно эффективен он против почвенных личинок, и, ну, также эффективен против взрослых насекомых. Это почвенный гриб, однако же показано, я уже говорил об этом, эффективность против наземных насекомых, даже таких, как саранча. То есть, достаточно эффективен. Как любое биологическое оружие, оно должно быть внесено в большой дозе, для того, чтобы быть эффективным. Нетаризиум может расти в почве и без присутствия насекомых. Присутствие насекомых ему не обязательно. Поэтому он замечательно культивируется на простых средах, там, ну, лабораторных, да, здорово растет. Он даже растет на минимальных средах, то есть на минеральных солях и источники энергии в виде сахара. Даже в такой системе он растет. Но когда он встречается с насекомым, он переключает свой обмен веществ таким образом, чтобы кушать десерт, да, не полезное, а вкусное, а именно для него насекомое. Поэтому он достаточно пластичный, сохраняется в почве, поддерживается. Но для того, чтобы эти препараты были эффективными, их надо вносить в действительно большой дозе. Когда вы готовите дома биопрепарат, прорастают у вас там отруби, например, или еще что-то, используйте в той же концентрации, как и триходерм. Столовая, большая столовая ложка с горкой на ведро воды, вот этой спорово-мицеллиальной массы, вымешали как следует и поливаете. Или столовая ложка на ведро земли, вымешали как следует и высаживаете рассаду. Некоторые говорят, зачем? Что там, проволочник, да, в этой почве, или там еще кто-то. Но могут быть и продуры, да, вот эти беленькие гадости, которые прыгают. Могут быть какие-то личинки вредителей, да, тля там может быть, еще что-то. Ну, не значит, что уже это 100% все уничтожит. Может что-то и вылезти. Но обычно, если вы вносите в большой дозе, то метаризиум на эти куколки, на эти личинки, на все это нападает гораздо быстрее, чем они успеют созреть и вылезти из этой почвы. Поэтому и этот способ, вот использование этого гриба достаточно эффективно и хорошо. Ферменты хитозаны, если говорить о специфичности, да, ферменты хитозаны точно так же специфичны, как и хитин. Хитин, покровы насекомого, да, как и грибов, они тоже хитиновой оболочкой покрыты, они очень специфичны для каждого организма. Это не какое-то одно вещество, это вещество, которое связано с другими веществами. И у каждого организма этот комплекс свой, свой собственный. Если бы это был просто хитин и фермент хитиназа, то в таком случае сам гриб нетаризиум убивал бы сам себя. Потому что он тоже состоит из хитина, но он же себя не убивает. Он не убивает трихотерму, он не убивает фузариоз, он не убивает другие грибы. Он убивает определенные группы насекомых, да? На полезных не действует. Большинство полезных, которые в нашей умеренной зоне встречаются, ну не действуют. Нет, они с хитиновым слоем, но он другой, он не такой, да? Проволочника убивает прекрасно, майского жука убивает прекрасно. И на стадии насекомого жука, и на стадии личинки. Личинку держит хорошо, держит личинку. Что касается самой мухи, вот сами двукрылые, вот я, например, испытывал на дрозофиле, да,
На дрозофилу не действует. А личинок колонизирует. Ну, из мукрылых проще всего в лаборатории мушку взять, да, плодовую дрозофилу. Она на манной каше живет прекрасно в лаборатории. Вот личинка погибает. Ну, то есть, если проводить аналогии, да, есть публикации, много публикаций, что очень много различных вредителей подвержены влиянию метаризиума. Очень много публикаций. Причем все публикации в основном сделаны на этом P72 штамме. Потому что он самый активный такой вот, поэтому публикуют в основном работы на нем. По публикациям, да, сам не сталкивался, но по публикациям убивает. Со щитовкой сложно. Почему? Потому что щитовка закрыта восковым налетом, да, панцирем. И вообще под этот панцирь что-либо попасть, чему-либо попасть очень сложно. Та же самая история с белокрылкой. Ведь у нее личиночка также закрыта восковым панцирем, да, вот это, ну, какая-то из стадии личинки закрытого. Если вы перевернете листик, пораженный белокрылкой, вы там эти бугорочки, да, эти панцири увидите, слой этот. Поэтому это сложно. Для того, чтобы туда проник этот гриб, необходимо этот панцирь сперва растворить. А растворить его можно скипидаром, да, его можно растворить. Растворить его можно поверхностно-активными веществами, мылом, то есть требуются какие-то еще предварительные обработки. Либо совместно. Ни скипидара он не боится, этот метаризиум, ни мыла, в тех двух концентрациях, о которых мы говорим. То есть 100 грамм хозяйственного мыла на ведро воды, метаризиум прекрасно выдерживает эти концентрации. Поэтому, если речь идет о щитовке, то применение вот этих поверхностно-активных веществ является обязательным. Бродяжки, это личинки щитовки, которые как раз не закрыты, да, у щитовки бродяжки лазят, да, ползают, потом созревают, взрослеют, останавливаются, закрываются вот этим коричневым восковым панцирем, и чем вы не прыскаете, ничего туда под этот панцирь не попадет, ничем вы ее не возьмете оттуда. У белокрылки наоборот, личинка закрыта панцирем, ну а бабочка летает. То есть, что то зараза, что то. То есть, и там необходимо использование каких-то палок обязательно. Ну вот, есть много работ, посвященных скипидару. Как раз скипидар плюс инсектицид является эффективным средством от белокрылки. Авермектины можно добавлять, там еще что-то. Даже сам по себе скипидар, он уже растворяет эти покровы и уже нарушает развитие личинок этой белокрылки. Поэтому является эффективным средством. Ну и от многих насекомых он эффективен. На начальной стадии метаризиум конкуренцию имеет среднюю. То есть он более конкурентен, чем триходерма на начальной стадии. То есть шанс выделить сразу много метаризиума из препарата метаризин у вас есть. По крайней мере, у меня на чашках он растет. Вот сразу он растет. Да? Отлично. Не получилось. Ну, сегодня вы опять получите метаризиум и уже две триходермы в одной. Так там некоторые, ну, я же сушу, да, эти штучки, они за сутки уже, которые там две рядом были, да, или там не так сушились, они уже проросли, эти мицелии. Вот, то есть... Конкуренция, да, метаризиума и триходермы. Вот здесь вот растет триходерма. Здесь такие вот кустоты, это потому что я ее лопаточку собираю, споровую массу, и замешиваю вам препараты в том числе. Вот. Ну, неважно. Вот граница их роста, да. Вот здесь, на этом полюсе был посеян метаризиум, на этом полюсе была посеяна триходерма. Триходерма быстрее растет, да. Она больше, чем половину чашки заняла. И здесь вот есть четкая граница, когда не он к ней, не она к ней, да. То есть они вполне себе дружат. Каждый из них найдет себе свою нишу какую-то. Да, можно вполне бодяжить их вместе. Оставил я эту чашку наверху, но мог бы показать вам ее в натуральном виде и щелкнул за час до нашего семинара. Вот. То есть, в принципе, они хорошо уживаются и могут нормально сосуществовать. Вот я метаризиум вам покажу. Вот он на чашке. И вот смотрите, то есть он дает, он почему более конкурентный? Он очень быстро уходит в стадию спороношения,
и дает колоссальное количество спор. Вот я переворачиваю чашки, да, вот так хранятся. И вот уже здесь, на крышке, вот здесь, уже этих спор насыпалось огромное количество. Поэтому с метаризиумом проще в этом смысле. Готовый препарат, как использовать? Столовая ложка на ведро воды вымешать, пролить, как триходерма, точно так же. И на стадии посева рассады, и на стадии посадки рассады уже на постоянное место. Ну, знаете как, если вы выращиваете сами, вы можете не просто в избыточной, а в очень избыточной массе его вносить. Но нарастите его пол ведра, да, ну, условно говоря. И повносите вы под свои томаты его по столовой ложке, да, то и по две. Ну, уже точно туда, и уже и несчастной этой медведке уже там будет не сладко. Потому что там такая концентрация, там уже такое химическое оружие биологическое для него будет, что она туда уже не с удовольствием сунется. А если ее еще вермектинами чуть-чуть придушить, да, ну, одновременно, так она будет придушена вермектинами, уязвима для метаризиума, и можно хорошо бороться. Что? Вот картошку хорошо, да, то, что атаковать будет. Можно растить в жидком виде, но в жидком виде ее целесообразно растить только для обработки по листу. А почву лучше всего вносить в сухом виде, ну, нарощенный на сухих субстратах. Точно так же. Да. Вам тоже можно добавлять огороды, да? С метаризиумом сложнее. Сейчас скажу почему. Он не ест целлюлозу. Целлюлоза для него не является питанием. Вот здесь, видите, рисовал требования к культивированию, специально зачеркнул целлюлозу. Он не является целлюлозистом. Он все-таки не разлагает. Он предпочитает животную пищу, да, не растительную. Поэтому наращивать его все-таки лучше на более питательных субстратах. Вот так, ну, конечно, если вы будете бросать эти остатки, он тоже будет что-то оттуда брать. Какой-то крахмальчик где-то, что-то чего-то еще. Но вот так активно, как триходерма, это все минерализовать, он, конечно, не будет. Поэтому его лучше выращивать на отрубях, мука, крупы, кухонные остатки, но вот не такие, да? А хлебушек можно бросать, да, какой-то. То есть более питательные остатки должны быть для метаризиума. Опять же, отвары овощей в жидкой фазе можно наращивать. Но вообще, откровенно говоря, я грибочки больше люблю выращивать не на отварах. И вообще, все препараты, о которых я говорю, лучше даже не на картофельном отваре. И не на овощном отваре. Почему? Поскольку они все растут на минимальных средах, то есть это соль в широком смысле, да, раствор солей плюс источник углевода, да, углерода, сахар, на этой среде немногие организмы могут расти. А вот на картофельном отваре все может расти. И дрожжи, и плесневые грибы, и все на свете, да. А вот на этой составе, он аскетичный, могут расти только отдельные организмы. Поэтому, когда вы используете картофельный отвар, ну, то есть, тут еще надо руку набить хорошо, чтобы на картофельном отваре, чтобы там дрожжи не нарастали. Чуть-чуть. Щепотку. Да. Если в жидкой фазе вы выращиваете, то это раствор минеральных солей плюс сахар. Либо картофельный отвар, капустный, еще какой-то. Но я говорю, предостережение у меня в отношении отваров такое, что в отвар, если вы не очень хорошо соблюдаете правила, не очень хорошо продезинфицировали, не очень хорошо слили там и так далее, там могут и дрожжи завестись в том числе. Поэтому вот эти минимальные растворы, на них все может расти, и поэтому я предпочитаю уже теперь и выделять гриб, да, исходно выделять. Ну, столкнувшись с опытом, знаете, я ведь первый раз столкнулся с опытом, когда тысячи людей начали что-то делать, да, и то, что я уже делаю много лет на своей кухне. Но то я уже имею специальное образование, у меня руки работают, меня его нарастило грязи там какой-то, и на весь мир кричит, ай-яй-яй, там чего-то там нарастило. Ну, правильно, так, слушайте, первый раз всегда страшно, и непонятно, что будет. И у меня такое вот получилось. Но я тоже сейчас с этим столкнулся, то есть у меня уже другая стратегия, да.
То есть то, что мне казалось легко и просто, оказывается, ну то есть, да, у кого-то получилось, а у кого-то нет. Значит, надо все равно делать так, чтобы у всех получилось. А чтобы у всех получилось, все-таки исходное выделение лучше всего делать минеральное удобрение плюс сахар плюс вода. Чуть-чуть щепоточка соли. Бросили туда таблетки бивеклодина, дождались, когда на поверхности у меня видео на разных каналах есть, визуализация этого, дождались, когда здесь островки зеленого мицелия наросли, типичного для триходермы, да, и для метаризиума, взяли их ложечкой, переселили на отруби в твердую фазу и пошло расти. То есть как-то вот так. Ну, потому что в зерне, видите, там все растет, мукор растет, там какие-то плесени растут, все зарастает. То есть, опять же, но это на самом деле, еще раз повторю, это не потому, что вы не умеете, не то, что у вас не, это просто потому, что у вас исходный препарат такой, который содержит в себе вот эту всякую гадость. Поэтому надо сперва очистить, а потом уже, ну то есть то, что производитель должен был сделать, вынуждены делать вы до тех пор, пока не будет качественных препаратов. Их можно сразу в твердую фазу. Потому что там такой колоссальный титр этих спор я туда напихал, что там уже сколько угодно. Тим, еще метаризиум пробежишься, покажешь. Он точно так же выглядит на отрубях. Точно так же, абсолютно. Он только такой и есть. Я точно из такого же выделял. То есть, да, точно так же и делал, точно так же выделял. Сенная палочка, да? Переходим к бактериальным препаратам. Сенная палочка является одним из наиболее популярных на сегодняшний день средством контроля заболеваний. Ну, про специфичность препаратов вы уже поняли, да, я уже как бы рассказал. Ну, каждый кулик свое болото хвалит, пусть хвалит, но для меня на сегодняшний день наилучшим препаратом остается все-таки бактоген. С наиболее широким спектром действия, с наиболее сильной антибиотической активностью, с наибольшей фитостимулирующей активностью. Все равно белорусский препарат и по чистоте, и по живости, и по всему остальному, все равно он превосходит то, что можно купить там, 2 года хранилось, по всем складам валялось. Все равно он лучше. Ну, объективно, ну, на чашках, если получается. Ну, что, я буду говорить что-то другое? Хотя производители обижаются. Ну, пусть обижаются. Значит, есть разные препараты на основе Bacillus subtilis, да, с разными наименованиями, ходят разные штаммы. К чему я их тут нарисовал? Если у вас только есть возможность приобрести разные штаммы разных препаратов, так и сделайте. На всякий случай, если вы можете взять бактоген, можете взять бактофит, можете взять аллерин, фитоспорин, да, как минимум 4 уже в магазине можно добыть точно, наращивайте каждый. Потом смешали и обработали. Потому что активность у них разная в отношении разных патогенов. Поэтому постарайтесь все-таки пользоваться разными. Хотя я говорю, что бактоген обладает наиболее широким спектром активности по сравнению с остальными. Но, то есть, если все-таки есть такая возможность, я испытывал, ну что, серый огнил, кладоспориоз, фитофтороз, пузыриоз, да, а еще есть фомоз, а еще есть резоктониоз, а еще есть там, бог знает, что еще есть там, и выедания, гнили корневые и так далее. То есть, все-таки надо пользоваться максимальным разнообразием. Метаризиум. Да. Ну, бактоген. Информации по нему много, потому что он белорусский, потому что про него много пишут, потому что открытая информация по эффективности. Я хочу обратить внимание на биологическую эффективность препарата. Да, если вы будете читать что-то на эту тему. 65, 70, 80, 90, что это значит? Что это такое, да, биологическая эффективность? Существуют так называемые
уровне экономической вредоносности патогена. Считается, что нет смысла начинать с химическими средствами защиты растений борьбу, если там сорняки еще не заросли поле, да, если количество этих сорняков небольшое, не значит, что они должны подняться, да, стеной, а потом уже обрабатывать. Фаза уйдет чувствительности этих сорняков. Но их же считают, да, если их мало, то не, экономически неэффективно обрабатывать, да, то есть дешевле оставить их, они не снизят урожай настолько, чтобы это было экономически существенно. Точно так же в отношении болезней, вредителей и так далее. Вот важно, чтобы при обработке у нас может остаться какое-то количество патогена, да. То есть если мы возьмем, лабораторно будем выделять или какие-то признаки, у нас может остаться фитофтора, у нас может там остаться фузариоз. Но снижение уровня происходит до уровня или даже ниже порога экономической вредоносности этих патогенов. То есть на 100% ни химические, ни биологические средства уничтожить все не могут. Это невозможно в открытой биологической системе. Это в автоклаве протерилизовать при 120 градусах можно, или в сухожарке, в духовке при 200 градусах прожарить. Ну, тогда вы уничтожите все. Поэтому эти цифры, что она не 100%, вас не должны смущать. Но это очень большие цифры для биологических средств защиты растений. Очень большие. Особенно в отношении бактериоза. Не каждая сенная палочка эффективна против бактериоза. А у бактогена очень высокая активность против бактериоза. До 90%. Нет. Это совершенно два разных организма. Ложно-мучнистая роса – это фитофтора, ну так сказать. А мучнистая роса – это как бы фузариоз. Ну как бы, да? То есть то грибы, а то оомицеты. Поэтому для ложной мучнистой росы, для пероноспороза и фитофтороза, как правило, отдельная категория препаратов. Совсем другая. Вот это. Нам нужно вот это. Требования к культивированию. Сенная палочка растет вообще неубиенная. Она споровая, ее легко очень выращивать. Но кислотность, да, среды, должна быть слабощелочная среда. Кислые среды, она не, вот если триходермы, вообще грибы лучше развиваются в кислых почвах и на чуть-чуть кислых средах, выделяются кислоты, им все это не страшно. То в отношении бактерий, тут надо сделать оговорку, что они вообще на кислых почвах малоэффективны. Если у вас почвы кислые, то в почву кладите преимущественно грибы, триходермы. А если у вас почвы нейтральные, известкованные и так далее, то можете, то отдавайте предпочтение бактериям. На щелочных, подщелочных почвах грибы развиваются хуже. По листу. Если у вас кислые почвы или не известкованные, то преимущественно работайте по листу. Замачивание, обмакивание и так далее. Тогда лучше разделить в пространстве почву триходерму, на листья сенную палочку. Но помните, что чтобы сенная палочка была эффективной, она должна быть разогнана. Она должна быть подрощена у вас дома хорошенько. Чтобы там жидкость у вас содержала свежие антибиотики, свежие фитостимуляторы и так далее, и так далее. Чтобы это не было двухлетней давности препарат, который вы там разбавили 100 раз, и уже там ничего и нет. И спорами этими обработали, пока эти споры проснутся, в этой окружающей среде им есть нечего. Вот и эффект никакого. Ну, препарат хороший, да, но им надо правильно пользоваться. Ну, я тут обращаю внимание, что да, щепотка соли. Все бактериальные препараты выращиваем в жидкой фазе. Вырастить эти препараты совсем несложно. Сахар, белвита, да. Берем сахар, берем белвита, ну как будто щепотку соли, сахарок до 20 грамм она выдерживает конечную концентрацию, размешали, взяли
тот объем, да, чайную ложечку, столовую ложечку, препараты, фитоспорина, чего угодно, налили, бульк сюда, перемешали, прикрыли. Если вы выращиваете под закрытой крышкой, и у вас вот так вот воздуха остается, то вы обратите внимание, что семенная палочка будет на поверхности образовывать пленку. В обязательном порядке будет образовывать пленку. Если она пленку не образует, это означает одно единственное. Она там не развивается. Но она может там развиваться. Но может быть вы мало сахара на этот объем положили. Она все быстро съела и не доросла до уровня пленки. Или может быть солей минеральных мало. Чего-то ей там может просто не хватать. Да? Не значит, что 100% препарат дохлый. Но может быть вы просто что-то забыли туда положить. Если взбалтываешь, тоже пленка не будет образовываться. У вас здесь на дне, вот тут покажу на дне, будет образовываться бактериальная масса, споровая масса. Если вы будете взбалтывать, она прям белая, белая слабокремовая, в зависимости от штамма. Белая. Да, хорошо реагирует на встряхивание. Почему? Потому что она дышит. Пока у нее есть растворенный кислород, она пленку образовывать не будет. Она растет толще. У вас замутнеет через несколько дней жидкость, как разбавленное молоко. А потом, когда если кислорода уже здесь не хватает, ну вы закрыли, например, да, крышку, газообмена нету, и она непременно вырастет на поверхности. Вы сейчас получите препарат, который у меня постоял уже, там две партии у нас биопрепарата этого, с синой палочкой. И тот, который постарше, да, я видео показывал, там эта пленочка как пенка на молоке, буквально, да, такая белая, как пенка на молоке. Конечно, в диапазоне 15 градусов вы будете растить ее неделю, а на 30 градусов вы ее за сутки нарастите. То есть понятно, что чем теплее, тем быстрее она нарастает. Если вам надо заранее нарастить, то, пожалуйста, вот, значит, бактериальные препараты, да, никакой трудности. Налили. Бутылку, раствор. Вы знаете, если это от минеральной воды, то там особо ничего не живет внутри. Потом занесли сюда столовую ложку вашего препарата, да, закваски, закрыли. И видите, я наполовину наливаю бутылку. И я вот так ее уложу. Вот так. На батарею жарко будет очень, да. Но рядом с батареей можно. Или просто куда-то, да, под батарею. И вот так вот я ее положу. Каждый день я взял ее, встряхнул. Открыл, подул, только не так, чтобы мой углекислый газ туда пошел, да? Просто чтобы чуть газообмен получился. Не надо, не надо. Компрессором вы туда воздухом нанесете. Ну, конечно, титр у вас исходный большой, но все-таки вы имеете шанс грязи туда нанести много. Опять потрясли, положили. Площадь газообмена большая. Хотите, возьмите 6-литровую бутыль такую, нет проблем. 3-4 литра биопрепарата вы нарастите сразу же. Никаких. Ну, солнце не страшно, через пластик, через стекло оконное, ничего. Хлорелу надо выращивать только на свету, а все остальное хотите на свету, хотите в темноте, и все равно. Прямые солнечные лучи, это когда вот вы там, да, а если вы за стеклом, то они уже не прямые, они уже ультрафиолет отсекается, и через это стекло... Ничего не... Ну, оно же там уже до 40 градусов не нагреется. То есть диапазон есть, его надо соблюдать. Если у вас здесь пленочка образовалась сверху, это означает, что ей трудно дышать. Вы ее встряхнули, подули, газообмен обеспечили. Ну, сколько там ее дуть надо? Она там выест все в этом объеме, да, и очень быстро. И кислород в том числе. И вот вам готовый биопрепарат. Разводите 1 в 100 и обрабатывайте, поливайте щедрой рукой, используйте на своем участке. Когда оно сделается, как разбавленное молоко,
когда муть там появилась, вот оно уже там готово. А если у вас еще и сверху появилась пленочка, ну то уже точно готово. Можете стряхнуть, опять пленочка появилась. Встряхнули, опять пленочка появилась. Как только перестала образовываться, все, она там уже все съела и все выдышала. Больше расти она уже не будет. Поэтому в холодильник ее там, холодное место. Попробуйте. Что касается пасты, вот у меня наросло, да, сверху, довольно быстро наросло, но я разбавлял горячей воде. Горячая вода — это все-таки меньше, растворимость газов меньше, да, кислорода меньше, чем в прохладной воде. Вероятно, она у меня просто сразу, ну, я просто слышал у других блогеров, что паста трудно растворяется, там ее на руками жмакают и так далее. Ну что люди мучаются? Налейте горячей воды, он растворится в 3 минуты. Это паста, мигом. То есть, а какая проблема? Там споры. Ее можно прокипятить. Никаких проблем. Если не получается, вот мой совет. Доведите до кипения вот эту штуку, вот этот вот раствор, это просто в кастрюльке, там, доведите до кипения и добавьте сахара немного. Если там было что-то постороннее, оно все умрет. Вот 5 минут на маленьком огне покипятите. Все умрет. Сенная палочка, если она там была, она останется. Сахар добавите, пожалуйста, белвита добавьте, нет проблем. То есть кто знает, что там производитель, есть там минеральные соли, нет там, как, насколько там технология. Ну, я же всегда надеюсь, что все делается правильно, да, то есть все соответствует рецептурам, все должно быть по правилам. Поэтому нет, не станет, но у вас сверху будет пленочка. Ну, закройте только. Вот закрыли, и подождите, на 3-5 сутки у вас пленочка образуется. Если она сразу не образовалась, вот, быстро, значит, просто, ну, попробуйте сейчас закрыть. Ну, не кипятите, хорошо, если упростить задачу, прилейте в банку и закройте крышкой. Крышкой закрыли? Ну, крышкой закрывали, или... Ну, значит... Ну, может быть, там еды ей не хватает, да? Я говорил, меласа там есть, что-то еще. Производитель утверждает, что ничего там такого нет, там есть только гуматы. Да, гуматы она сильно есть не будет. Но у меня же выросло. Понимаете, что такое испытание? Вот я разбавил, вот я взял каплю, вот я положил под микроскоп. Ничего не бегаю. Ну, ничего там живого нет. Ну, нету, нет, нету. Сутки постояла, накапал, гудит. Гудит вообще со страшной силой, все гудит. Исходную культуру вот сразу взял, высеял на чашку, монокультура сенной палочки. Усыпана чашка Петри колониями сенной палочки. То есть она там есть, все хорошо. Просто она там не жила, да, она в виде споры, там спор находится. Подрастили, все хорошо, значит, загудело, все в порядке. К нам приезжают и 100 человек, и иногородние тоже, так что кому-то, вероятно, надо уже уезжать. Если очень много питательных веществ, и если тепло, то может запузыриться все. И сенная палочка может запузыриться, и фосфатовиты, азотовиты могут, они могут запузыриться. Но это означает, что вы им создали идеальные условия. Но надо отличать пузырение бактерий от пузырения дрожжей. Когда у вас пузырятся дрожжи, то у вас сразу появляется запах браги. Ну, такой характерный запах. У кого-то дрожжевого теста, у кого-то браги, но запах дрожжей появляется. Если этого запаха нету, вот штаммы сенной палочки пахнут немножко по-разному. Вот бактоген, например, пахнет квасиком. Приятно, чуть-чуть такой кисловатый запах квасика, очень приятно. Вот у фитоспорина такого квасика нет. Вообще штаммы очень разные. Какие-то могут выделять аммиак, какие-то не выделяют. Какие-то выделяют, вот фитоспорин, например, он часто пахнет аммиаком. А тот же, еще другие штаммы сенной палочки могут выделять сероводород. То есть будет подванивать тухлыми яйцами даже. Все вот закрыто, вы понюхали, неприятно пахнет. Но это тоже не страшно, потому что некоторые штаммы могут выделять сероводород. Бактоген пахнет классиком. Вот, поэтому... Да. Да.
Ну, смотрите, я же с самого начала сказал, что количество бактерий не обозначает, что препарат очень хороший. Потому что у него должна оставаться активность. Понимаете? В процессе пересева, да, домашнего пересева, вы можете в конце концов утратить активность препарата. Это очень важно. То есть качество препарата будет очень, да, качество препарата будет очень хорошее, но активности может не быть. Вот в чем проблема. Они не споровые, только бациллы споровые, да. Ну там бактериальное масло может быть, не споровое, а бактериальное. Ну и здесь будет и бактериальное, и споровое, просто они оседают вниз, она же подвижная. Бациллус субтилис, да, семенная палочка, она бегает, вот, она наверху тогда растет пленочкой, хорошо там функционирует. Нет, активность можно увидеть только так вот на чашках. Все еще она убивает или не убивает, потому что вы можете наращивать вот такое, да, до бесконечности и радоваться, что у вас такой титр хороший, что у вас так замутнело, гудит там эта палочка семенная. Просто супер. А у нее активности нет никакой. От нее толку никакого нет. Поэтому меня смешат все эти блогеры, которые варят сено там и варят фитоспорин своими руками. Поэтому я думаю, о, это молодцы, думаю, какие фитоспорин своими руками. Я тоже фитоспорин своими руками. А как почитал, сено варят. Думаю, боже, какой кошмар. Ужас. И люди же верят, слушайте, и тоже варят. Тут, слушайте, на чашке Петри не всегда выловишь эту активность, да, а то и сено вареного там хотят что-то сделать. Поэтому в отношении семенной палочки я все-таки рекомендую закваска – это препарат, в надежде, что у нас хороший, добросовестный производитель. А уже сами наращивайте, просто из столовой ложки вы можете нарастить полведра, понимаете, без проблем. Поэтому, ну, то есть вот в этом будет у вас большая экономия. Азот-фиксаторы. Точно так же. Точно так же. Да. Ну, как в воде. В воде с удобрением и с сахаром. В жидкой фазе. Отлично. В жидкой фазе. Азотовит. В состав азотовита входит хитрая бактерия со сложно произносимым названием. Замечательный азотфиксатор. Я расскажу о двух азотфиксаторах, потому что они совсем разные, с разными требованиями и разными возможностями. А сразу обращаю внимание, что на многих сайтах вот висит вот такая картинка азотовит, и написано, что в состав входит азотобактер краококка. На самом деле, на моей упаковке написано, что в состав входит вот эта вот бактерия. И на самом деле это вот эта бактерия входит, а не азотобактер краококкум. Я не встречал, но если у вас на этикетке написано, что в составе азотобактер краококкум, то это не азотовит. Какая-то подделка. Что делает эта бактерия? Фиксирует азот. Атмосферный азот превращает в минеральный, который способен усваивать растения. Она обладает также антагонизмом. Она с ростостимулирующими эффектами обладает. Почему? Потому что она не симбиотическая, то есть клубеньки она не образует, как ризобактерии. Но она ассоциирована. То есть она живет в ризосфере. Она стимулирует рост корней, чтобы корни стимулировали ее рост, чтобы выделяли корни ей полезные вещества для ее жизнедеятельности. Она стимулирует иммунитет растений, повышает саму сопротивляемость растений, включает внутренние механизмы растений сопротивляемости к болезням. И она устойчива к кислотности. Она, вот я сразу, помните, сказал, что белорусские почвы бедны на азотфиксирующие бактерии, потому что у нас преимущественно низко обеспеченные органикой, а если обеспеченные органикой, то кислые почвы. И самый часто встречающийся в мире азотфиксатор азотобактер, вот он на кислых почвах не растет. Если вы
следующий препарат будете использовать на кислых почвах, толку от него никакого не будет. А вот эта бактерия растет в том числе, живет хорошо на кислых почвах. Да, можете использовать. Как все азотфиксаторы, она очень требовательна к источникам углерода, к энергии. Поэтому, если вы заведете себе эту бактерию и захотите, чтобы она обеспечивала ваше растение азотом, вы должны ее накормить и обеспечить питанием. Поэтому все вот эти вот крахмалы, настои хлеба, сыворотка, да, молоко, там бог знает что еще, очень много придумок каких-то, сахарные подкормки. Очень много есть всевозможных придумок на тему, вот как сахаром покормить растения, чтобы они хорошо росли. Но не сахаром их кормим, не растениями сахаром кормим, бактериями сахаром кормим. Но чтобы кормить нужных бактерий, надо их туда заселить, и это будет очень правильно. Внесите достаточное количество исходно органического вещества в почву. Мы навозом не растения кормим. Если смотреть по сравнению с минеральными удобрениями, навоз там содержит ничтожное количество этого азота. По сравнению с теми же минеральными удобрениями. Ерунду оно там содержит. Мы кормим органическим веществом бактерий, которые потом азот фиксируют, фосфат мобилизируют, защищают, стимулируют и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если вы работаете с бактериальными препаратами почвенными, в первую очередь бактериальными, в меньшей степени грибными, то вы должны туда класть органику, компосты, там, что угодно. И, пожалуйста, отруби, муку рыбную, да, там, что угодно в землю, любые органические субстраты, не насыщайте органикой. Мы говорили о необычных органических удобрениях, которые в своем составе содержат соевую муку, люцерновую муку, там, гороховую, ну, то есть муку бобовых растений, да, и так далее, и так далее. Они кормят этих микроорганизмов, потому что, и они длительного действия, почему? Потому что они долго разлагаются и потихонечку высвобождают минеральные вещества, которые там заперты в органическом виде, минерализация идет. Делайте то же самое. Ну, что-то, найдите что-то, что вам доступно и что дешево. Корочки собирайте черные от хлеба. Ну, сделайте настой в горячей воде, распарьте их, пролейте, корочки сами. Ну, знаете, у каждого свои ресурсы, у каждого свои возможности. Кто-то может пойти купить пакетик этого удобрения, да, и ложечкой, а кто-то будет черные корочки складывать и сухой хлеб, а кто-то еще, кто-то имеет доступ к трубям, например. Ну, то есть у каждого свои ресурсы и возможности есть. Съездите на коммунарку. Коммунарка продает шелуху от какао-бобов. За копейки. Очередь? Да. Ну вот соображают люди. Ну вот. Тоже все туда. Это все оно. Это безазотистые углеводные подкормки. Конечно, спитый чай, кофе, они в большей степени содержат целлюлозу. Да, в качестве источника энергии. Но тогда не так быстро, но все равно они дойдут до этих бактерий. То есть сперва грибочки, бактерии, целлюлолитики подхватят этот спитой чай, кофе, а потом по цепочке оно дойдет и до этих бактерий. Чем комплекснее будут подкормки, тем разнообразнее будет микрофлора, тем благоприятнее будет для растений. По состоянию растений. Если они желтые и хилые, поливайте каждый день. Если они все равно желтые и хилые, подкормите бактерий. Не кормите растения, если оно не реагирует на подкормки. Она не очень любит высокую концентрацию сахаров, эта бактерия. Поэтому я там специально написал, что до 5 грамм сахаров на литр. То есть чай, не столовая ложка, а чайная. Не делайте слишком высоких концентраций. Лучше так. Чайную ложечку добавили, 2-3 дня порастили, потом еще добавили. Она уже съест эти углеводы. Не надо сразу много. А так все то же самое. Эта бактерия хорошо реагирует на добавление небольшого количества мела. Она и без мела вырастет. Но если вы добавите чайную ложечку на ведро воды, да, мела, ну то есть небольшое это вот такое,
ту щепотку на пол-литровую банку мела, она хорошо на него реагирует. Если у вас очень жесткая вода, просто прокипятите в кипяченую воду, можно уже мел не добавлять. Там карбонатики в осадке будут. Если очень мягкая, щепотку мела, да, добавьте. Азофит, другой препарат. Азофит тоже в миске продается. Это уже азотобактер. Азотобактер не любит кислых почв. Да, по предыдущему препарату, куда его надо положить в первую очередь? Бродилку в зеленую. Зеленая анаэробная бродилка в бочку, да, трава. Это кислая среда. И мы можем слегка обогатить нашу зеленую бродилку этим микроорганизмом, да, и замечательно обогатить микробиологический состав. Более того, это ее нормальная, почти любимая среда обитания, потому что она еще хорошо живет там, где образуется метан. Она его может подфиксировать. То есть, если мы немножко упустили эту бродилку, да, и там уже не процессы кислотообразования начались, а начались процессы образования метана, то есть мы зеленое удобрение превращаем в биогазовую установку, да, потому что эта зеленая масса в этой анаэробной жидкой среде проходит разные стадии, да. Сперва там образуются кислоты органические, они воняют зверски. Масляная кислота, другие кислоты зверски воняют. А если мы эту стадию вонючую упустили, и там уже началось образование метана, то как раз вот эта бактерия из азотовита нам очень поможет удержать эту стадию, чтобы у нас не превратилось это все в биогазовую установку. Изначально, сразу же. Нет, она прекрасно растет и так. То есть, ну, ей для этого газа, она не то чтобы анаэробная, но она нормально растет и без встряхивания. Ей этого кислорода, который внутри, вполне достаточно. Нет, не важно. Фиксация азота, питание растений, профилактика лечения грибковых заболеваний, ускорение созревания растений даже. На 3-5 дней там плоды образуются быстрее. Многие спрашивают, как ускорить томаты. Да? Пролейте как следует. Азофитом нарастите и пролейте, там гормональная регуляция идет, ускорение созревания. Предупреждение накопления нитратов и нитритов, увеличение синтеза витамина. Вот что делает этот азотобактер. Значит, примерно это вот здесь те же самые условия, но азотобактер из азофита гораздо пластичнее по источникам энергии. Он ест не только сахара, но он ест крахмал и ест даже этиловый спирт. И вообще азотобактер, он даже парах ацетона растет. Азотобактер это одна из бактерий с очень широким спектром усвоения различных источников углерода. Поэтому он весьма и весьма для нас ценен в том числе. Он может разрушать гербициды, пестицидные препараты, остатки препаратов. Даже. По крайней мере штаммы азотобактера, которые это делают, есть такие. Тогда фосфатовид. А если нейтральное, нейтрализованное, да, внесение доломитки было, тогда азофит можно. Можно и тот, и другой на нейтральных почвах. А на кислых только азотовид. Азофит. Нормальная кислотность почвы. Ну, если у вас уже пятерка и меньше, если pH, то это уже кисло. Кисло. Это уже кислая почва. Ну, то есть... Да. Целлюлозу они не едят. Ну, суп бурде будет. Значит, смотрите, можно добавить? Можно. А это можно? Можно. А это можно? Можно. Я не могу сказать нельзя, потому что нет никакой причины запретить это делать.
Просто будет оно эффективно. И ради чего? Да? Чтобы там азот эти фиксировали, а те его потребляли, эти фиксировали. Так нам же растения надо накормить. Мы же добавляем азот зачем? Чтобы бактерии и грибы, которые будут выедать азот из почвы, которые целлюлоразрушающие, целлюлозу разрушают, чтобы они не лишили этого азота наших растений. Если вы как следует всю систему организуете, то, слава богу, половинную дозу азота вам обеспечат бактерии. Половинную дозу. А если вы еще опилок туда, ну так тогда уже совсем, там уже не половинная, а четвертинная будет только. То есть вам без азотных удобрений все равно никак не обойтись. Ни в том, ни в другом случае. Там, опять же, компостов, ну чего-то азот содержащего. Фосфатовид. Замечательная бактерия. Не только она. На самом деле фосфат мобилизующих бактерий много разных. Но это самое легкое в промышленном смысле. Это тоже бацилла. Ну, похожая очень на бациллу бактерия. Которая переводит нерастворимые, недоступные растениям фосфаты в доступную форму. По сути, она заменяет микоризу. Заменяет то, что делает микоризу. И ведь у нас в почве не только кальция, а фосфат. А что такое кальция, фосфат? Это сладкие томаты без вершинной линии. Что там и кальций, и фосфор. Но он недоступен растениям, его добыть тяжело. Конечно, всякие гидрофосфаты, такие как там суперфосфаты, да, из удобрений, они более растворимы. То есть они исходно растворимые соли. Но попадая в почву, они часто инактивируются. Если вы вносили кальций, соединится с кальцием гидрофосфат кальция, образуется нерастворимый кальций-фосфат. Если вы известковали, опять же, та же самая проблема. И так далее. То есть проблема в том, что даже легко доступный фосфор инактивируется. У нас есть несколько рецептов на канале. Быстрый кальций. Мы его растворы суперфосфата защищаем уксусной кислотой, лимонной кислотой, потому что те же суперфосфаты, они иначе называются цитратрастворимые удобрения. То есть они в растворе лимонной кислоты защищены от инактивации. Вот пока мы его влили, да, в течение там суток каких-то, вторых, третьих, четвертых, пока не начнется там химическая реакция этого почвенного раствора, вот подкисляя уксусом, подкисляя лимонной кислотой, мы растворы суперфосфатов защищаем от инактивации. Поэтому мы называем быстрый фосфор, да, фосфатная подкормка, быстрая. В ролике есть. Все в роликах. Вот. Нет. Никогда, никаким уксусом забудьте. Если у вас почва не кислая, то никаким уксусом вы ее кислотность для голубики никогда не доведете. Никогда. Потому что там есть алюминиевые соли, потому что там будет изменяться... Почва – это буферная система. Вы туда можете лить много всякого, а она будет максимально сопротивляться изменению своих первоначальных свойств. И никакие слабые кислоты, ну, на первые сутки, вот в момент внесения, вот если в этот самый момент померить, то да, кисленько, а через 3 часа уже там никакой кислоты не будет. Бактерии подъедят цитрат, уксусная кислота с чем-то соединится, карбонаты в гидрокарбонаты превратятся, да, она нейтрализуется моментально. Это же сложная биохимическая, химическая система. О каких слабых органических кислотах может идти речь? Это мифы, мифы Древней Греции. Они устойчивые, они ходят везде и всюду. Никогда вы это не подкислите. Серная кислота, молотая сера, фосфорная кислота, сильные минеральные кислоты. Вот этим вы еще можете как-то изменить кислотность почвы. А уксусом, а яблоками, ну, слушайте, ну никак вы это не сделаете. Яблоками вы можете немножечко сделать более подвижным алюминий, под гортензией, например, да, яблоками. Ну просто там не pH поменяется, там алюминий растворится, сделается более подвижным. Алюминиевые соли будут всасываться в цветочки гортензии и превращать розовый цвет в синий. Но это не в кислоте там дело, понимаете? Там в кислоте, но в подвижности этого алюминия. Вот. Но это не настолько, что там голубика росла.
Голубика – это иглица, это грубая вот такая целлюлоза, потому что там целлюлолитики будут работать и в постоянном режиме будут выделять кислоту. Вот там уже будет кислотность. А что такое целлюлолитики на хвойной иглице? Это как будто вы в постоянном режиме туда этот уксус капаете. Они же живут, они разлагают, они ежесекундно выделяют эти кислоты. Так вот, когда ежесекундно, то да. А если раз в месяц столовую ложку уксуса на ведро воды, ну то не смешите меня, никогда вы ничего не закислите. Абсолютно. Не закислите, вы хочу, не закислите. Скорее вы закислите физиологически кислыми удобрениями, такими как сульфат аммония. Почему вы не закислите? Потому что аммоний уйдет в голубику, а сульфат останется. А что такое сульфат? Серная кислота. Вот это будет подкисление, но не уксус. То есть можно уксусом закислить. Но понимаете, вы литрами должны туда 9% уксуса лить бесконечно, чтобы тот, что там, закислить. Но так там же вы нарушите вообще все на свете в этой почве, в таком случае. А это как мертвому припарке, эти ложки уксуса на ведро воды. Ну побаловаться для самоуспокоения. Растворение. Гадостью. Да. Если условия хорошие, если тепло и много еды, может пузыриться. Если не воняет дрожжами. Если вы при комнатной температуре держите и сделали раствор 5 грамм сахара на литр воды, плюс вот не будет пузыриться. Не будет. Интенсивности роста не хватит. Вопросы потом. Не дойдем до конца, честно. Растворение фосфатов. Что дает нам растворение фосфатов? Не только кальций находится в нерастворимой форме. Не только фосфор. Да, в этой системе. Но и фосфат железа, и фосфат меди, и фосфат марганца, и большинство фосфатных солей у нас нерастворимы или труднорастворимы. Поэтому, используя вот эти самые бактерии, вы сразу же улучшаете комплексно очень питание растений, потому что они и кальция-фосфат мобилизуют, и все остальное прочее мобилизуют. То есть и железо добавили, и медь добавили, и так далее. Почему это важно? Смотрит человек ролик. Хочу сладкие томаты. Иван Анатольевич с экрана говорит. Фосфором срочно кормите. И вообще для перевода в генеративную фазу томатов вы должны увеличить концентрацию сульфата калия и фосфора. Да? Человек адекватный, делает растворы, удобрения, суперфосфатом ложками по калькулятору меряют, или еще лучше калия фосфат берет, все в порядке, льет в почву, хочет сладких томатов, хочет перевести все в генеративную фазу. Все замечательно. Кальций встретился с фосфатом, зубы превратились, да, в кости. У нас кости зубы это фосфат кальция, наименее растворимая соль. Я фосфором кормлю как безумный, томаты невкусные все равно. Мало того, что томаты невкусные, еще и от моего фосфора что появилось? Вершинная гниль еще и появилась, потому что я этим фосфором еще и кальций заблокировал сверху. Тогда смотрим так, что сделать. Вершинную гниль, быстрый кальций. Иван Анатольевич говорит, берите мел, берите уксус, превращайте все в кальций ацетат, поливайте. Полили. Мало того, что остатки фосфора заблокировали, да, окончательно, ну, может, кальция и добавили, но уже фосфора там точно доступного нет. Категорическая форма. Куда ни кинь, всюду клинь. То одно, то другое, понимаете? С этими почвами. Одна химия. Органика нужна. Во всей этой истории, это все очень хорошо. Органика почвы нужна. Если у вас почва в достаточной степени обеспечена органикой, у вас будут расти бактерии, которые все ваши старания и вся ваша активность по выращиванию богатого и вкусного урожая томатов будут компенсировать, да, своей активностью. Вы заблокировали, они разблокировали. Вы заблокировали, они разблокировали. Но они все любят кушать, понимаете? Поэтому наболтали,
фосфовита, там, фосфат мобилизующих бактерий, изначально внесите органику какую-то, да? Ну, что, навоза не внесешь в теплицу, помета не внесешь, что с помидорами сделается? Сбуяют. Жировать будут, да, поэтому органику не вносят. Ну, вносите безазотистую органику. Сахарные подкормки, столовая ложка до стакана сахара на ведро воды пролили. Активировали, да, этих бактерий. Ну, тот же хлеб, ну, то есть, ту же сыворотку. То есть, все, вот это все, про что многие блогеры говорят, вот про эти альтернативы, это все хорошо. Костная мука по органике бедна. Особенно, если она прокаленная, прожженная, обезжиренная, она очень разная бывает. Как раз костная мука, это вот этот нерастворимый кальций. Вы можете тоннами туда сыпать, ничего не будет. Ничего не будет, если пока вы не разбудите этих бактерий. Ничего не получится. Они естественным образом в почве есть. Это не такой дефицит, как азотфиксаторы в белорусских, по крайней мере, почвах. Не такой дефицит. Они из почвы выделяются достаточно легко. И из зеленой бродиловки они выделяются легко. Ну, по крайней мере, с большим шансом, если вы еще с корнями туда бросаете, они у вас там с большой долей вероятности свои есть. Но вы их должны покормить. Ну, для надежности можете наболтать препарат и внести. Для надежности. Если у вас каждый год теплица вершинка, и вершинка это целая беда, ну, конечно, это не только проблема кальция, да? Жара наступила, кальций перестал усваиваться. Ну, хоть там инъекция туда делает внутрь этого растения, ничего не поможет, он просто не усваивается, да? Но если при прочих равных у вас уже и не жара и так далее, а у вас все еще вершинка, нарастите, покормите, внесите и будете знать, что там все будет хорошо у вас. То того не хватает, то этого не хватает, то это заблокировал, то это. То есть здесь есть определенная опасность. Требования к культивированию очень простые, такие же, как везде. Не любит кислые, да? Не любит кислое. Нейтрализовать почву. Доломитку внесли, фосфор заблокировали, фосфор мобилизатора внесли, и будет все хорошо. Залу внесли, фосфор заблокировали. Понимаете, обычное же дело. Ну а как иначе? Если есть зольщики, которые вносят с большим удовольствием, да, ведра нету залу, ну, то естественно, что вы вносите карбонат, и там карбонат калия солирует, и карбонат кальция солирует. Естественно, что вы заблокируете фосфор вот этой залы. Но, по крайней мере, надо вносить органики побольше одновременно. Ну и при желании, при возможности этих фосфат-мобилизаторов. Но надо помнить, что у них же не только фосфат-мобилизующая активность, они и антагонистическая активность против этих грибочков всяких патогенных, они же и стимуляторы и так далее. Это же не уксус в чистом виде. А это все-таки очень комплексное действие, поэтому всегда не лишним поработать и им. Путида, любимая путида. Вы получите препарат, на котором написано P.P, там два штамма. Путидный и непутидный. Сейчас расскажу про оба. Во-первых, псевдомонас путида выделяет лейвердин. Она способна побороть нематоду. Это важно. Огурцы, помидоры, все обязательно проливать. Да. Всегда. Особенно если это клубника. Уже оно там есть, все. Не все, но путида это вырабатывает и очень активно. Разложение аллопатических веществ. Если кто-то смотрел ролик про то, можно ли класть листья грецкого ореха, серого ореха, других, манжурского в компост, да, и мульчировать, то все боялись люблона. Люблон, между прочим, даже сейчас пытаются использовать как биологический гербицид. То есть он действительно блокирует рост растений, достаточно сильное аллопатическое вещество. Так вот, псевдомонас путида способна усваивать люблон как единственный источник энергии для себя. Она его ест. Поэтому, если у вас есть проблемы с орехом, там, с кленами какими-то, еще с какими-то такими, ну, аллопатическими растениями, то, конечно, проливайте. Да.
обладает, ну, если вы кленовыми листьями, да, вот как у нас тут, я тоже снимал ролик, сплошные кленовые листья в компосте, то, конечно, это не самый лучший вариант компоста для многих овощных растений, потому что там все-таки аллелопатич, там, ну, юглон не только в орехе, да, юглон во многих растениях, просто в орехе его очень много, а так он есть и в других растениях, даже травянистых. Да, что рожь? Если совместно выращиваются, но если вы запахиваете, то не страшно. Более того, рожь на своих корнях очень хорошо колонизируется грибочком, который называется Fusarium sambucinum. Вступает в микоризные отношения, и после ржи как раз очень хорошо мобилизуются фосфаты. И мощная стимуляция роста корней благодаря выделению всяких ауксиновых веществ. И еще вот такая бактерия, которая на сегодняшний день хитовая, прихитовая. Сейчас создаются препараты, их очень мало пока что на основе этой бактерии. Комплексные препараты с разными бактериями создаются с участием этой бактерии. Aerophaceans pseudomonas. Она антагонист фитопатогенных грибов. Она выделяет цитокинины и ауксины, благодаря чему обладает ростостимулирующим эффектом. В череночнике ее хорошо лить, потому что улучшает укоренение черенков. Она даже обладает азотфиксацией одновременно. Она обладает одновременно фосфатмобилизацией. И все в одной, понимаете? Но она подавляет мукор, рост мукора. Подавляет рост фузариума, подавляет рост ризоктонии, черной парши. Но, к сожалению, она подавляет также рост триходермы. Поэтому одновременно посадить эту бактерию, и чтобы она нас избавила от мукора, да, в этих препаратах грибных, и вырастить чистую триходерму не получится, потому что у нее достаточно сильная антагонистическая активность. Она подавляет даже рост триходермы. Ну, между прочим, бацилла тоже подавляет, бациллу субтилис, рост триходермы. По крайней мере, вот эти пары, 26D, которые фитоспорин, и карцианум, который для кладения, они не дружат друг с другом. Ну, мы часто на канале об этом говорим. То есть можно найти, может быть, какие-то другие пары, да, которые будут более гармоничными, но вот эти два распространенных препарата, они не дружат. А бактогендок вообще душит со страшной силой. Вы получите два в одном, да, потому что их вполне можно культивировать вместе, у них совершенно идентичные условия для культивирования, и можно наращивать. Они тоже не любят кислую среду, совершенно не любят. Сахара используют, высокие концентрации сахаров, и вот этот аэрофациен способен к разложению нафталина и нефтепродуктов. Ну, на самом деле много бактерий, которые способны к разложению нефтепродуктов. Существуют даже препараты для уничтожения разливов нефти. Но нам не столько важно, что она вот эти вещества разлагает, как важно то, что она, значит, ну, я не знаю, не могу утверждать, но если уже она ест эти углеводороды, то с большой долей вероятности она может подъедать и остаточные дозы пестицидных препаратов. Как правило, ну, это как-то так гармонизируется. Они там находят какие-то связи в этой органике, которые могут подрезать и что-то подвести. Нету. Регистрируется сейчас. Будем надеяться, что появится наша разработка. Да. На кислотных почвах бактериальные препараты вообще практически невозможно использовать. Они, бактерии, в принципе, не любят повышенную кислотность. Чтобы исключить, например, рост бактерий на грибочках, когда там выделяются какие-то грибы или контаминация произошла, ну, даже на чашках Петри, можно добавить немножко молочной кислоты. Ну, в лабораториях так делают. Чуть закислил среду, все уже бактерии, большинство бактерий расти не будет. Ну, таких лабораторных, да. И почвенных. Не любят они кислоту. Конечно, если вы возьмете ваш тор и разболтаете его и посеете на чашке Петри, то вы там выделите целую гамму различных бактерий, безусловно. То есть есть бактерии, которые выдерживают. Но я же говорю только о тех, которые являются основами биологических препаратов.
То есть вот азотовид, он с кислыми дружит. Во всех остальных случаях, если у вас кислая почва, вам в любом случае надо проводить мероприятие по нейтрализации. Доломитка, мел, зола и так далее. В зависимости от кислоты, раз в 5 лет обычно. Несли доломитку, через 5 лет еще несли. Теперь готовим, воспроизводим. Значит, ну, жидкие препараты, понятно. Хлорелла растет. Ну, вот они мутненькие, да, стоят мутненькие, вот они выросли. Как разбавленное молоко. Что делаем с препаратами? Вот в эти бомбольки получите. Значит, все очень просто. Овсяные хлопья, мука, отруби, крупы какие-то мелкие, да. Пожалуйста, можно туда же спитый кофе, можно туда же заварку. Ну, я вообще предпочитаю вот такие упакованные субстраты. Почему? Их можно отстерилизовать. На сковородку положили, прожарили. В микроволновку в банке запихнули, разогрелось до кипения. Значит, что я делаю? Беру пол-литровую банку, ну, влазит, ну, 0,7 влазит тоже. Вот так вот наливаю водичкой вниз. Сверху насыпаю хлопья. Закрываю блюдце и в микроволновку. Когда блюдце начинает уже подскакивать, ну, то есть там закипело уже, да? Ну, или я просто вижу, что оно уже там через банку, через стеклянную тоже видно, кипит. Ну, пожалуйста, можно сделать мисочки, ложечки, все, что в микроволновку залазит. А то некоторые... А можно такой банке? А можно... Можно, конечно, буду перечислять все, в чем только... Все, что в микроволновку залезет, все может. Когда оно закипело, ставите на поддержание вот этого кипения, там это может быть разморозка, может быть там чуть больше мощность, 300, и минут 10-15 пусть оно как следует пропарится. Как правило, мукор там и прочие грибы, которые тут есть, безусловно, на всем и на муке, и ну, на всем есть, они уже прижмутся там. Можно на сковородочке муку прожарил, отруби прожарил, смесь сделали, горох колотый, пожалуйста, туда. Прожарили, все это сделали. Что нам важно? Нам важно слепить из этого теста в качестве воды, да, потом вы туда добавляете нарощенные препараты, желательно в жидкой фазе. Вот нарастили, то, что вы туда просто льете, и рукой вымешиваете это тесто. Ну, я вчера стояли с коллегами и 200 шариков этих накрутили, да, метаризуем и будем прикадывать. Вот это, ну, конечно, руки помыть, посуду помыть, платочек завяжите, потому что основной источник грибов что? Длинные волосы. Волосы основной источник грибов в лаборатории. И на кухне будет тоже. Поскольку мы растим. Да, ну, то есть какие-то элементы. Ну, слушайте, с древних времен. Тесто замешиваешь, да? Ну, у меня у бабушки это вообще. То есть она без платочка к тесту даже не подходит. Ну, надо восстанавливать старые традиции. То есть сделали нормальную асептику, да, нормальную кухню. Замесили тесто, густое не лепится, добавили немножко воды, жидкости, там, это трикодерма. Значит, жидковато, пожалуйста, добавьте муки, добавьте хлопьев, но только все равно прожарьте немножко, потому что все-таки вот и крупы, и все на свете, оно, безусловно, обсеменено всем этим добром. И, пожалуйста, накрутите этих бомболек, 100, за зиму 200, 300, нарастили, накрутили, нарастили, на батарее, пожалуйста, пусть сушатся. И вот эта температура батареи уже абсолютно не страшна, даже если она очень горячая. Положили картоночку, положили что угодно, на батарею подсушили, у кого печка на печку, там и так далее. Уже никаких спор там нет, уже ничего там не летит, там мицеллярная масса и какое-то количество спор, ну, которое наверху было. Ну, чем-то же вы греетесь зимой. Просто разложите возле теплой стенки, да, положите сверху на шкафчике на кухне. Ну, где-то, где тепло. Понятно, что если вы сушите быстро, оно за сутки у вас высыхает, все, твердый шарик получается. Твердый-твердый. Если вы сушите медленно, то он у вас еще имеет шанс обрасти мицелием, да. То есть, ну, может, это не очень красиво, эстетично, но пушком покрыться той же триходермы или того же метаризума. Ну, с моей точки зрения, надо высушить быстро, потому что нам не надо
наращивать там сверху все это. Нам надо там все запереть, насушить и оставить. Потом берете такой бомболик, 2-3, в зависимости от напряженности вашей инфекционного фона, положили, посадили сверху томат, огурец, там еще что-то. Вот это, ну, конечно, это какая-то альтернатива таблеткам, да, гликолодина, еще чему-то. Но вы, по крайней мере, точно будете знать, что оно там есть, понимаете, что вы его туда положили. Значит, что? Она выживет там вообще прекрасно. Там споры. Там споры, они прекрасно, все там это прекрасно оживет, без проблем. Конечно, с точки зрения того, что вы сразу это кладете в почву, вот этот момент стерилизации, он не так и важен. Ну почему? Потому что вы туда вселите в большом количестве микоризиум, вселите в большом количестве триходерму, и пока будут сушиться эти ваши фрикадельки, бомболики, да, мукор там, все остальное, что там было, оно просто не успеет так быстро развиться, да, просто потому что количество внесенного препарата было на колоссальные цифры больше, чем обсемененность, естественно, этих продуктов. Но все-таки при прочих равных, если вам не лень, если у вас есть возможность простерилизовать, то простерилизуйте. Тем более, если впоследствии будете брать этот бомболик и в качестве источника этого гриба использовать как закваску для дальнейшего выращивания. В бумажный пакет положите в сухом месте. В холодном сухом месте, да. Ну, положите. Выкопали яму, положили, посадили. Бомболик туда внутрь, когда остынет, конечно, не горячий. Сегодняшний бомболик, ну вы же его получите один из 100, понимаете? Поэтому сегодняшний вы используете как заквас. А в дальнейшем то, что у вас наросло, вот не так, не на этом, конечно, да? А то, что у вас на трубях, ну, на какой-то нежной субстанции, то, что у вас наросло, вы уже можете закатать. Это к вопросу, как хранить. Вот их... Ну, можно заморозить, но они же раскиснут после размора. Как вы их будете доставать? Замороженные на дачу, сохранять. Они же раскиснут, когда размерзнут. Ну, как? Накатайте фрикаделек из мяса и заморозьте, да? Потом разморозьте. Вы опять кусок фарша получите. Важный вопрос. Значит, на килограмм субстрата, значит, вам нужно нарастить триходермы столько, там, или метаризума в жидкой фазе, чтобы смочить всю эту вашу массу до состояния нормального теста. Понимаете? То есть, примерно на килограмм этой отрубей необходимо примерно пол-литра. Вы про бомболий спрашиваете или про пропорции потом для того, чтобы... Сейчас пол-литровую банку насыпаете отрубей, как следует стерилизуете, внутрь кладете бомболик, наращиваете себе массу. Да, немножечко отруби увлажняете. Конечно, она начнет вырастить. Половина пол-литровой банки. Стакан отрубей, туда бомболик. Или перловки с горохом. Да, обязательно, чуть-чуть водички добавить. Но знаете, как я даже делаю? Я просто в серединку лью воду, чуть-чуть, так, чтобы она не растеклась до низа, и туда этот бомболик всадить. Потому что по мере роста она будет увлажнять вот эти вокруг лежащие области, то есть впитывать влагу излишнюю будет. Когда обрастет, все как следует, не цели. Тесто месить? А? Для того, чтобы взять жидкий раствор, надо нарастить грибы в жидкой фазе. Берете чайную ложечку того, что у вас выросло, собираете этот вот споры мицелий, да, что у вас соберется, и делаете стандартный раствор это плюс вода, заселяете. Когда у вас сверху появился
медуза, да, как чайный гриб со спорами, как я видео показывал вчерашним, да, вот у меня. Вот оно уже все готовое. Вы им увлажняете вот этот весь мицелий, все растираете, как тесто вымешиваете, чтобы равномерно эти мицелии и споры там распределились по этому бомболику. И подсушиваете, и все.